каменный, чтоб каменный топор, надо пару деревьев срубить, его прокачаться, и там у тебя ваш справа дом? Будет написано. Да и где? А, ну заспавнился, ебать. Вау, тут гоблин. Так, чё по звуку? Алло. Алло. Вав, а ты посмотри на стриме, есть звук игры? Я вроде звук включила. Звук игры, походу, сейчас. Звук игры принял ислам. Что? Да, есть. Окей. Так, 360, твой чат открываю. А, чё там? Привет, как дела? Супер, супер. Это надо это сейчас. Нарубить деревья, я думаю. Там вон есть библиотека какая-то заспавнилась, но возле нее столько мобов, я ебал. Ты ебал мобов? Да, люблю мобов ебать с утра. Что? 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 Че, пойдем лутать библиотеку? Что, тут островов летающих всяких. Да, разных. Кстати, слышишь? А, Силон, нажми, нажми букву П английскую. П английскую. И чё? Там надо настройки. Нет, настройки. Ага. Настройки интерфейса. Я качаю фарминг. Теперь тебе нужно почти в самый низ. И знаешь, какую строчку найти? Ага. А, ща, одну секунду. А, skill list offset X. Она в самом начале, точнее, наебал тебя. Skill list offset X, да, и направо ее передвинь, где-то 0.7. А, 0.7, а то да? Карту перекрывается, будет скиллы карту перекрывается. Ой, меня кто-то напал! Так ебаши. А, я увидел все. Не спам, не спам. О, ты умерла. А чё за хуйня? А чё меня ебут? Блять, меня отравил. Из него какой-то кал вылез. И отравил меня. А чё тут трупы лежат? Я там умер. Сприган. Да, я убью его. Ему не нравится, что я возделываю свой же огород. О, я убил его нахуй. Нет, ему не нравится, что ты затоптала огород. Ты затоптала огород. Почему затоптала? Я живу. Ну, ногами затоптала огород. Серьезно? Я затоптал. Да, это ты затоптал. Горок. Ебать, тут слаймов! Пойдем спать, иначе сейчас эти придут. Силон, ты где? Иди возвращайся домой. Там 3 дня вроде, или сколько? Да не, он сразу тут появляется, тут именно из мода. Еблан здоровый такой. Заходи в дом. А что, включили стрим уже? Да. Так я могу одна спать. Так нет, ну, надо вместе чтобы... интересней. Да, роли вместе плей? Интересней. В костер зашла так. Да. Смотрите, что это было. Костер рядом с выходом поставил. Ты вообще нормальный? Ебать, чародейских книг. Это в библиотеке было? Да, я все спиздил там. Жесть. Там, кстати, мой труп где-то с топором. А сейчас самый большой урон это от деревянного топора, если чё. Вам а мы типа не можем, топор? Да, использовать обычные какие-то эти? Да, только деревянные пока что. Пипец. Я сейчас наделаю топоров деревянных. А если мечом буду? Души, скидывать. У меня есть 4 души. Ну, скидывай там ящик. Хуйня. В ящике положил топоров много для вас. Что это такое? Надо качаться, чтобы... Океан, это... спасибо. Океан, спасибо. Хуйня. Это мой труп. Это банши. Это твой труп? Банши? О, я иду. Нихуя она орёт. Она накладывает проклятие. О, убили. Ой, это что такое? Песочек. Грязный песочек. Фу, что это? У меня птица напала. Убит морской бегун. Нинора, ты умерла? Блять, у нас... Я в курсе! Чё так? У нас... Ух, ебать, у нас там, кстати, подземелье, видите? Где? Вот здесь, посмотри на карту. А, да, кстати. Я предлагаю вон тот дом разобрать нахуй и построить из него новый дом. Как-то гениально. Идея.
Гениально. Я тоже так думаю, потому что там много кирпичей. Подожди, надо мне поменять сначала управление, потому что у нас сливается кнопка G. Да-да-да. И поэтому нельзя смотреть рецепты. Или на, подожди, рецепты на U, на G-русскую. Так, U нажимаю. Так, когда наводи на какой-то предмет, нажимай. Нет, мышкой на G наводишь? Смотреть, типа... Ты этот, что, черепаха ебаная? Что можно сделать с предметом? Ну да, и все, а что еще? А, так у нас нету её. Ну все. Она меня ударила! Кто? Черепаха. Какая? Капец. У нее шипы, она опасна. А где ты? А, вон ты где. Тебя птица ебёт, ты знала? А это птица? А где? Да, вон сверху по тебе птица ебашит. А! Ты что, охуела птица? Как я до нее достану? Ну так надо это, прятаться. Ай! Прятаться? Ну типа, чтобы она спустилась и на развороте въебала тебя. Ты не шаришь? Я ей въебала. Надо разобрать дом, чтобы нафармить опыта, я считаю. Ба! Поможете мне? Я сейчас умираю. Дом разобрать. Я дожди, считаю, я пошла разбираться. Ты птица пошла ебать? Да, или она меня. Господи, почему птица стреляет стрелами какими-то? Это перьями. Господи, ужас какой. А что не так? И в чем она не права? Где мой труп? А что-то там... у меня не работает, типа, крафт R. Я нажимаю, у меня он... Или что там надо нажать? U. Ну, ты наводишь мышкой и нажимаешь G. Все работает. Ну, G у меня не работает. В плане, ты вот когда мышкой наводишь, он, типа, не рецепты не показывает? Что делаете? Ну, я типа, разбираю дом. Я нажимаю на G, и оно не работает, да. У меня нет кирки. Ну иди сюда, дам. Ай. Это странно. Гимми. Много вас, однако. Привет, Сахарок. Настрой, да. Не так уж и много. А где ты? Больше пока не было. Пес, все кнопки заняты. Малая, ты где? Да что, да вот я стою тут. В доме. Где тут? В доме. А так я дом уже другой разбираю, который... Вот как выйти из дома, и слева огромный дом. А где? Вон, я... Вот слева огромный дом. А ты этот разбираешь? Да, да, да. Он качаюсь же красивое меня было. Так ставь мы дом из него свой сделаем красивый дом. А мне этот нравится. Нет. Серая девочка с охрипшим голосом, чего такая. О, к тебе подкатывают уже слова. Все, у тебя уже фанаты появились. Почему у меня охрипший голос? Не выспалась, не знаю. А, ну я же типа болел чуть-чуть. Ну все. Ой, зомби тут, ебать. Опять все клавиши заняты, что делать? На нахуй. Зачем тут столько книг? А, такая библиотека заспавнилась. Фу, иди, конечно, нет! Кто там? Птица. О, так тут птица ебашая. Ага. Она улетела. Пошла нафиг. Пошла нафиг. Есть что-нибудь съедобное? У меня нет, у нас в доме еда есть. Слайм! Я могу пшеницу съесть? Да. Но я одну починю. Не могу. Над нами еще, я так понял, этот остров слаймов. Ну, типа, какого хуя слаймов? Где еда? Где покушать? У нас в доме было что-то там похавать. Ничего нету, все, обман. Не-не, было. Вот хуманоид флещ. Хуманоид можешь моей этой. Да. Моей плоти похавать. Что фу-то? Это моя плоть. Это моды? Да. Так у меня написано в названии. Играем с модами. А, да. Так,
меня кирка кончилась. Че убили? Кого убили? Мы убиваем. Не знаю, я хочу паку. Давай убьем эту. А, слаймов. Огромно. А слаймов уже можно жрать вот эту хуйню, разве нет с них? Я не знаю. Они, кстати, качают. Блять. Ух, нихуя там. Иди сюда, я блядь. Пошла на охоту, ничего не стоит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я убил эту хуйню. Ага. Круто. У меня микрофон упал. Неплохо. Неплохо сыграно, развивая успех. Я привык к ваниле. Почему? Так. Я вообще в ванильный Майнкрафт не понимаю. Я столько на нем наиграл когда-то. Теперь вообще не воспринимаю как Майнкрафт. Есть такая хуйня. О, ты чё? Убить циклоп. А какого? Кто? Что это звук? Там проще все. Ваниль. А, понятно. Блять, я выйти не могу. Я предлагаю убить эту здоровую хуйню. Давай. А мне скучно. Как раз её покачаем. Как выкинуть? Ты сран. Ты это, ты можешь свой труп, когда подбирать, типа, с трупов все. Подберу. Ой, блять, она бьет! Ты что думаешь, реально? Я не знал? Блять, еще хуйня! Ой, ББ! Да не, нормально, 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 нормально. Мне дали мясо. Мяся. Не мясо дали. Мяся. Там мяся. Я поставил печку, можно пожарить мясо. Я мясо жарю. Лишнее какое-то, Дани. Не весело. Я и в Skyrim ванили давно уже не играю. Ой, я... ой, помогите, прошу. Ой, блядь. Ой, блядь. А все. Там, если что, огромный энд, кто выйдет, удачи, ебать. Где? Ну там. Привет, гоблин. Ебать. Чё даешь? Гнилую плоть. Мы с домом больше не выходим. Зачем тебе гнилая плоть? Фига, там замок огромный. Я предлагаю всю еду. Я предлагаю в замок пойти, я пошла. А почему его с зарядами не стрелял? А, нельзя. А что ты предлагаешь? В замок? Я б, наверное, не... мне кажется, там враги. Мне кажется... А чё в замок? Удачи. Всё, я пошла. Нечего терять, у меня ничего нет. Так, медная монета. Графони очень сочный, мне нрав, да. Ты смотри, какая еда. У меня RTX стоит. Выебываюсь, выебываюсь. Вот он, мясо. Это мне? Какая-то охрана да. Стоит с мечами. Здрасте, можно к вам? А если я сломаю ворота? То они меня побьют? Мне кажется, а то как-то можно класс выбрать, что ли, или что? Я не знаю, там как-то качаться надо. Как сначала. Там? Как, вы квесты раздаете? Качаться? Кто? Как вы... А, вот. Показать. Вот, скиллы. Я не могу деревянной топориком сломать ворота. Мне ничего не получится. Ну блин, опустите, пожалуйста. Может, есть какая-нибудь нычка? Ну, это ты кукинг хапаешь? Не знаю. А, но все мапаются. Раз это RPG сервер, должна быть нычка, стопудов. Ты хочешь да, нычки там... делать? Не, найти, там вообще есть. Ой, я нашла! Смерть свою нашла. Ой, я нашла. Все. Смерть. Ебать. Меня сразу убили. Они не очень любят гостей. А у тебя, надеюсь, лута с собой немного было? Нет, только деревянный топор. Ну и возьми еще один, я крафтю. Ой. Упс. Что такое? Я слышу воду, а. Кайф, RTX, ну да, да. Блять, а что ж везде вода-то? Да, да не строй, просто забей. Мы сейчас. Смотри на вотер, ебать, вотер. Вотер. Я ради этой вотера уговаривала кое-кого переустанавливать мне все. Да, интересно, кое-кого. Это кого? Даже не знаю. Я пошел это добывать. Ой, ночь, надо сейчас спать, наверное. Еще можно из душ сделать? Из душ? А это спавнер строится. Спать. Типа ты собираешь... У меня в колени стрела. Спать ложимся.
Не вела дорога приключений, пока... Да. Пока стрела в ебало не прилетела, я сдох. Что? Мой сценарий не такой веселый, да? Ой, я забыл! Что? Момент. Ой, блин! Где его топором? Дерево момент. Да у меня нет топора, в том-то и проблема. Я пошел топор себе крафтить. А, ты все? Убил? Да. Так я его дубинкой просто уебал, у него там нихуя с него не снялось. О, продавец. О, это продавец? Да. Тут гоблин маленький ходит. Пойдем лотерею. Не-не, там этот. О, медные монеты у меня есть они, только мало их. Как с ним разговаривать? Правой кнопкой. А, где блин, монеты замок эти найти? Прикольно, а что там? А монеты смогов выбивают? А там трэш, там не ходи, тебя убьют. Иду. Иду. Там сзади проход. Сзади? Да, сзади. Обойти там вход. Там сразу тебя примут. Все, ваншот, да, от рыцаря получится? Меня сразу убили. Такая счастливая. Меня сразу убили. Грязевая дорожка. It's my life. Она просто пропадает даже. О, у меня выпал железный слиток. С кого? С рыцаря. А ты убил а рыцаря? Его убил? Да. О, жесть. Он убил рыцаря. А почему меня сразу убили? Так я его... Он меня не бил ни разу. В смысле? А почему меня убил? Я просто убил его. Чё-то какая-то нечестная. Короче, я понял, как можешь пробраться в замок, но только... Так там с другой стороны замка нет, если что, держу в курсе. Не, там просто типа... Блядь. Блин, а там у них блоки красивые, да, типа? Их бы подобывать, их, наверное, экспы сыпят. Тут же с каждого блока по-разному экспу дает, если что. Так ты его не добил, а? Кого? Вон, рыцарь недобитый. Я всех добил. А вы где, вы там, в замке? Блин, добейте рыцаря за меня. Ладно, ты только трупы добью. Свои собирали? Отомсти за я меня. И хотела собрать свой труп там. Так, а вы умерли где? Я справа? Не умер, я жив. Я еще ни разу не умер за игру. Понял. А где малая-то умерла? Справа от замка? Да с обеих сторон. Да с обеих сторон. Ну я еще тоже... Ой, ебать, там рыцари. А, там лучники наверху, слышишь? Да. Ебать, там лучников. И говорю, у меня стрела в колени. Ебать, ходи, опасно. Бигфут! Иду помогаю. Фу, что это? Не знаю, ой, там пиздец. Ой, я могу их стравить друг другом? Да, можешь, можешь, беги на похуй на эти. Да, дай мне пройти! Дай мне пройти! Они не дают мне пройти! Страшно, очень страшно. Страшно, вырубай. Мы не знаем, что это такое. Да дайте пройти, суки! Да, мы знаем, что это такое, это банши. А, красная банши вырубает тебе управление? Да! А я думаю, что малая так идет странно. Так я тоже тогда, понимаешь, мы бились, я не мог ходить. Да-да-да. Ну я убил одну банши. Тебе помочь, малая? А, ты уже мертва. Все нормально. Все в порядке. Кто убьет меня? А птица сран. Вот, блять. Ну тут именно проблема, ну, тяжко в начале, а потом все нормально будет. Ебать, половины хп нету. Не хочу Прости. Убирать. Ебать. Приветствуй, умерших. Я жив. Жесть. Я буду домик, наверное, строить потихо, хоть что-то делать. Я развлекаюсь, ничего не знаю. Меня позвонил. Развлекаюсь, развлекаюсь. Да. Надо рыцаря зафармить так-то. Чё они орут, сука? Банши? Да. Ну да. Куда я иду? Сука, иди отсюда. Чё, рыцарь? Назови на меня рыцарь с моего ПГ какое-то. Что это? Меня снайпнули в полете.
Ай, блядь. Мэйти. Ой, что? Что не устраивает? Как сделать кирку? На. Даже две на. Спасибо. Силон, а ты что делаешь? Фармлю рыцарей. Угу. А ты там нашел где-то спот нормально? А ты щит какой-то себе сделай? Щит Нет. себе сделай. А, сейчас, секунду. Я могу пером драться. Фа-фа-фа-ща. Фа-фа-ща. Так, мне нужен лопат. Лопата. Я все. Тебе сделать щит? Точнее, я уже сделал, я тебе скину сейчас его. На. Давай. Щит и топор, да, тебе еще нужен? Привет, Хайо. Как щитом пользоваться? Ну, его надо в слот специально одеть. И правой кнопкой закрываться. Смотри, тут замок. Я пошел возвращать все вещи. Давай, давай, удачи. Лопата. Это было тупо. Я залагала. Кто меня бьет? А, сука, ебучая птица! Ебучая птица. Енот, привет. Енот. Из енота шапка, кстати, на 2 дефа делается. Да? Да. Мочи. Ну, сейчас это MVP шапка, если что. Да блин, я почти его убила. Кого, енота? Нет, рыцаря. Так топоры, крафти топоры, иди. Топор дамажит нормально. Да? Тебе дать топор, на. И вот, нашла. Нашла топор? Только не каменный. Нет. Я что, дура, что ли, терять топор? Нормальный? Ну, типа, каменным ты мой, он один урона будет наносить, потому что вот ты... Привет, Киви. Её последние слова. Ебучая птица. А вот у тебя ачивка Steel Age. Ты что-то нашел железное? Я нашел длинный меч. А, ну ты его юзать не можешь. Я не могу его юзать. Еще у меня куча железа. Ну это хорошо. Ебать. Меня утешает только то, что тут вид прикольный. Что? Красивые. Да. А, 1, 2, 3, 4. Сейчас, сука! Невозможно! Impossible! Impossible? Нормально? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что ты делаешь? Строю хоть плюс-минус что-то дом какой-то. А то мы живем в нигде. В нигде. Это самый хуёвый бомжатник, что я видел. Как попасть наверх? Куда? На остров. На остров? На какой остров? На летающий вон там. Ну вообще есть крылья в этой, ну. Да? О, перед тобой огромный моб. Его надо пиздить будет. Сюда! Ах, тут два! И мама и с мальчиком маленьким. Хватит. Я помогаю. Я убил их. Как? Ну, ты почти добил их. Ебать, там лушников. Лушники? Лушники. Там лушники. Лужники. Боже мой. Мама, мы живем в подвале. Не надо. Вы живете на шаре. Вы че, ебанутые? На каком шаре? Мы на квадрате живем, на огромном. С ума сошли? Пиздец, пиздец, просто пиздец. Кругов не существует. Эх, вот бы мне кто-то помог. Кто? Подобывал бы мне дерево. Я что, тебе дерево носить? О, давай вот из этой хуйни сделаем. Ты с какой? А я не могу это разбить. Можешь. Горящий крипер! Это зомби. Да он сейчас сдох. Это зомби? Уеби. Да, попробовал уеби.
А в плане, ты разбери этой киркой, разъебашь. Ты можешь как-то разъебашь. А что вы делаете? Да? Я добываю дерево, чтобы дом построить. Я хочу вот этот кирпичик красный. Да, разбирай все нахуй. Я там уже, кстати, пробурил, ну, лесенку, видишь? Лесенку пробурил. Моя кирка там, в замке. А, ну, давай новую сделаю. Там все оставил. Всю свою жизнь. На. Где? А вот. Можно березовый стул, березовый журнальный столик. Оцени. Что такое? А ты уже можешь носить? Или он типа урон не наносит? Он наносит, смотри. А ты мышкой... А, ну да, спасибо. Ты мышкой, когда наводишь, он типа пишет, да? Ты докачался до него. Да. А скинь мне его, посмотрю, какой левел. Или так скажи. Так у него будет 10 всего, это каменный. Я думал, ты железный по текстуре. Железный у меня вот. Нихуя, нормальный? Он с тебя. У меня еще есть вот это. А, ну он тоже, да, не деф. Да, я не могу его носить пока. Угу. Блять, я двигаться теперь не могу. Да тебе дебафть. У меня есть сталь. Ну скидывай вообще этот сундучок. Сундубью. Так. Я предлагаю пойти нахуй. Что? Ладно. Блядь. Идея охуен. Дом это вот так, вот так, вот так. 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 Кстати, уже ночь так-то. Да. Да нет еще. Ну, темнеет. Я хочу на закат посмотреть. Я хотел петь песню. Как же долго я делаю это все. Я же качаю уровни, потом быстрее это все буду делать. Да, да, но там процентаж очень сильно вырастает. Так, мне нужен еще один щит, потому что это сейчас сломается. Щит. Ну, ты знаешь, сейчас, когда у тебя есть дерево и доски, ты там заходишь правой кнопкой в верстак, и там можно, типа, что можно скрафтить. А, это левелап я испугал. Ты испугала своего лапа? Да. Вап. Что это такое? Чё там? Да ничего. Да ничего. Ебать меня шаурму, все, ебать я вся в смайлик. Сколько? 15 человек на стриме готово. 13. 15 мне пишут. Кто прав? Я хочу шаурму. Я пропустила закат. Ну ты, пойдем спать, сейчас появится хуйня, я спать. Блин, а если я буду есть шаурму, то это типа этот? Что, каннибализм? Да. Капец. Капяу. Пипяу. А чё, может, ляжете спать со мной? Я легла. Вы слышите звуки из тьмы. Кто-то наблюдает за вами. Мы все умрем. Костер потрескивает. Я бегу, за мной кто-то бежит. Да, я вижу прям на карте, как эта хуйня какая-то летит. Она сейчас залетит в дом. Ой, нам пизда, походу. Он дверь не закрыл. А ты закрыл дверь? На мини-карте я видел какую-то хуйню. Ебать, пойдем ебало набивать. Фига птиц! Какой-то спав на этих птиц. Это уебанские птицы, они тебя берут и кидают в море с дебафом на вес, типа, и ты утонешь. Охуенно. Блин, прикольно. Лучшие птицы ever. Как убрать старые точки? А, знаешь как? Сейчас скажу. На на букву Г английскую, там будет точка смерти и старые точки смерти. Ты через shift их все выбираешь и внизу удалить и еще раз удалить. Там два раза удалить. Ой, ебать, тебе пизда новая. Удалила свои точки смерти. Я не знаю, я как падение надо сделал, вылезло. Да? Да. Прикол. What the fuck? Что на нее написано?
сути, урон. Легко как-то умер. Ого. Можно мне броню? А это можно вот так сделать? Надо кожаную броню сделать. Сверху птица, ебаши. Где? Ну я сейчас сделаю просто дом. Ну, типа, не красивый, а просто дом, чтобы он был. Потому что тут пиздец какой-то происходит. Я прав? Чего? Какого? Я говорю, я строю дом сейчас. Да. Просто, я чтобы он украл. Был. Ну, ты просто строй дом, да? Вор. А мне нужны доски, дайте досок. Я хотела тебе кирпичи принести, но я умерла. Капец. А где, ну, а где я умерла-то? Иди за кирпичами. Вы шлем. Я что-то все разоблакил. Да что ж такое-то? Да это первого уровня, они сейчас будут этот срать. Как вы разблокировали то, что вы умеете жить, дышать. Вы заблокировали умение жить. Можешь дышать два раза сильнее, типа знаешь. Вот так. Пипял. Тем временем я несу тебе... Я несу тортик. Кирпичи. Тортик. Тортик. Я не знаю. Добыча дерева 10. Вот, на, смотри. Давай. О, это полублоки еще, прикол. Так. Да кто мне меня нужно... кидает? Да ты! Задачи пройти! Толпились тут, блядь. Быдло. Самое вот, знаешь, что обидно? Знаешь, что обидно? Когда вот приходят, они подписывают. Ну да, да, приходит, не подписывается. Да, да, да. Вот лайчик бы поставили там. Мне нужна березку. Посадите березку. У вас по-любому в инвентаре дохуя березовых. А, хуй. Нет, вообще ни одной. Вот врете же мне. Я чувствую обман. Я чувствую. А, ну у тебя-то точно нет, ты же сдохла раз здесь. Да. Потому что береза красивее, типа, остальных деревьев. Ого, мне прокнула удача, и мне дабл береза упала, прикол. При добыче. Жесть. 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 Не понял. А почему Силон не говорит жесть? Алло. Он завис? Не, он пиздится. Я иду ему помогать. Я настоящий гольф, все остальные фейки. В паспорте транслитом записан Кенг Канек. Если не затем ли ульт, сломаю тебе палец. Я настоящий гольф, а вопрос самозванец. Что? Я не знаю. А, меня какая хуйня ебёт. Нет. Все нормально. Да реально, смотри. Хоть кто-то. Я что-то голодная. По факту. Ты голодная? В реале голодная? Вообще, да. Ну, сейчас постримим часик там и пойдем кушать что-то. Что? Так, о чем мы хотели? Я так много сил трачу на разговоры. А ты в шаурме кушал, которого у нас? Которая какая? Которая там. Да, мы какую-то ели. Не, ну а какая именно? Мы вот две ели. Говорил? Там, где еще типа Firefood? А, да, да, ели, да, да. А ты знал, что у меня вот сейчас еще одна открылась? Где? Такая еще вкусная, одна. Боже, я ее обожаю. Ага. Это моя самая любимая шаурма теперь. Ну так это надо... Прям около этого. Эдельвейса прям. Не понял. Бля, мне вот эти слова ваши красноярские. Ну, типа... Эдельвейс, нахуй, звучит как кал. Тогда. Поэтому они и закрылись. Не достроили дома. Понял. А, Эдельвейс это типа эти? Контора этих? Строители? Да. Лол. Мы же там проходили. Да, я вспомнил. Короче. Которая большая буква М. 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 Сколько тебе надо досок? А, слаймик! Ой, да хуя. На. И мне на бревен сейчас надо. А, бревен? Я все уже переделал. Ну, я типа хотел этот, заменить половину досок тут на бревна красиво, знаешь, чтобы прям было ебать. Ой, слаймики. Да пофиг. Это опыт. Нет!
Не хочу. Ой, она меня когда-нибудь убьет. Так это, скинь потом адрес. Я хочу шаурмы пиздец. О, он очень слабый, слышишь? Он слабый, он слабый. Я ничего не вижу. Я кинул его к тебе. Ебашь, ебашь, он уже мертв. Все. Окей. Он просто сильный именно бедный из-за того, Йорик. Что он... Да, бедный Йорик. Он именно слепоту ебит. Пиздец, шаурма да. Большая. У кого больше? В смысле? Не понял. Я что ли шаурма? Нет. А в чате пишут. Капец. Капец. Я люблю такую большую толстую шаурму, когда она... Прям в рот влазит, да? Да. Еще такой соус белый. У вас ликаниты есть? Это кто такой? Да. Да. Кто это? Да, это пиздец. Кость. Спектральный заряд. Бубаба. 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 Буба. Бубаба баба. Что такое? Это некрологи мои ебаные, куда их деть? Да в море выкидывай. Ох, что этот гоголь. Мне нужны... Сейчас я вместе со своими некрологами эту сатану. Утонешь? Как-то можно статы качать, типа кроме того, да, как ты тут есть какие-то скиллы, типа, а и как классы. Я не знаю, это... Я просто нажал добавить мод. Можно загуглить, посмотреть, но, типа... Так. Кому не похуй. Вот скиллы есть. Ну да, там именно... Это описание скиллов. А скиллы есть сами? У вас будет веселинор совет бойся копать руды. Копать? Копать руды. Капать. Он написал через А. Капать. Капать руды. Копать руды. Сука, я из-за типа посмеялся и чуть не умер. О, ты смешной. Ура. Еее, блядь. Еее. Хейтеры сосать. Так получается, я тоже сосу. Ты хейтер? Нет, с меня не смеются все. Пошел нахуй. Пошел нахуй. А он бегун меня бьет. Буквально через день я уже переезжаю и все. И пошел нахуй. Да. Соси. Мне на меня отправили смайлик, соси. В смысле? Если бегун, то убегай. Соцвери день. Бегу. Ты на меня бегун. Все, ты поймал моего бегуна? Тут не только бегун. А, тогда это не мой бегун. Мой, ребята, вон там стоит один. А где ты? Я не вижу тебя на... А, во, привет. О, это Страйдер, да? На, поеба. Ой, блядь. Ну все. Все. Ой, боялся. На. Но он такой громкий, страшный. Он такой типа... Он такой... А я ему гу-гу-гага. А он... Гу-гу-гага. Что-то бегуны такие смешные, бьют, блядь, топой на хп. Да. Так, бумеранг. О, каменная ограда. Это микробегун. Есть большой бегун? Да, вон да. Там стоит. Там есть гигантский бегун. Лучше не иди направо. Веганский бегун. Он такой, я не буду его есть, он не натуральный. Или не надо? Надо дерево? Мне надо, мне именно брёвна, не доски. Это эндермен? Это эндер... Или нет? Кто не это? Знаю. Где? Ассасин. Ты ассасин. Убивай. Зая, убивай. Ассасин продает за медную монету липкий шар. И ты торговец. Звездочку. Звездочку ассасинскую. Ассасин. Ну, типа, сосет, типа, скрытно. Ага.
Сосет. Просыпаемся, письки. А он письку сосет. Пипец мобов у нас прыгает. Может, кто поспит? Может, поспим, да? Да. Что это? Фу. Ну, блин, что так на меня реагирует? Я сплю. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Возьми что-то. С прыжка больше урона? Ты видишь эту хуйню? Это правда? Ебать, это ты призвал? Ёбаный ты, почешуй нахуй. У нихуя светится. Малая, не иди домой. Забудь, что наш дом существует. Сырое мясо, сейчас я съем. Слышишь, что я говорю? Забудь, что я просто родил дерево, а он такой, типа, привет. Я от сырого мяса умерла чуть-чуть. Нет, меня кто-то бьет! Кто это? Я да, она нашла его. Вот она, да, она его нашла. Он убил ее, кажется, одним ударом. Да, ваншотом. И еще и с километра. Что, поспем? Поспем? Поспем. Да, пойдем спеть. Поспем. Когда ты бьешь, да, кстати, прыгай, когда бьешь, это тогда криты наносятся. Критические удары в прыжке. Нинора, ты, кстати, мне руку обрезала. Приятного. Кого приятно? Рука обрезания. Не, просто, типа, знаешь, типа, у меня левая рука такая, типа, обрезанная. Меньше дрочить будешь. Так я прав. Фига ты жестокая. А, стоп, это реально правая? Что ж ты наделал? Жестокая. Что? А, вот он ходит. Иди сюда. Почему меня бьет, у меня брони нет? Как будто у меня есть. А он меня вообще не бьет. А где большой Антон? Все, съебал? Не знаю, он исчез куда-то. А, ну он, наверное, все, убежал все куда-то нормально. От нас. Да, сыкло ебан. И сейчас он за театр появляется. Да это инсайт, нахуй. Хочу, но тут шарик. Ликонитов три босса. Какие босса? Не надо босса! О-о-о! Где я умерла-то? Чё-то, лапа энта. Лапа энта? А ты можешь её юзать? Я умерла? Я могу или вытягивание жизни заряд сделать. О-о-о. О-о-о. Сырая ножка бегуна, пойду пожарю. У меня есть сырое мясо крейка. Жаль. Я дед инсайд. Фу, что это? Кто почему это? Я вижу через стены. Что это? Бигфут. Бигфут меня хуярит. Иди отсюда. Ты видишь, что она? Ты видишь? Выход, иди отсюда. Иди отсюда. Да в смысле, я его почти добила? Уже все. Иди сюда, разберемся на кулаках. Сука, стой, душа. Да, блядь. Фу. Я не люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Почему? В чем проблема? What's the point? Так много разных зарядов. Потом еще что-то дохуя все. Кто-то поет. Смотри, как можно сделать. А, дерево! Чё это? Я отсюда дерево. Что ты сделал? Ну вот, смотри. А чё за... А, вода. Лол. Я убила дерево. Это типа тушить под собой боссы, которые будут спамить огонь. Да. Слышишь? У этих боссов на большой пиздец какая-то гигантская арена. Что делать, если тебе понравилась одна девочка, у нее есть хуй, но у нее есть и мальчик, и он красивее тебя на 99.9%, а ты как бомж ебаный, играешь только в раз. 24 на 7, нет твоей личной жизни. Так, да похуй, пойду лучше порнушку с кабанами гляну. Кабанами? Типа кабаны из Clash of Clans, что ли? Да, да, да. Походу. Мне больше нравится то, что она пасты читает в чат. И чё, смешно же. Ну, я люблю Rust, мне нравится. Но там надо постоянно следить за своей базой, но это так что-то утомляет. Да Rust на разик что-то бегает. Ну да, ну типа, если там играть постоянно, то это очень долго. Это дрочь, ебаный. Да.
и там читерился, типа, сказать. Я помню, я играл раз, типа, прям задротил. Неделю, можно сказать, не спал нормально, потому что я вставал в 5 утра и шел, блядь, это... отрейдивать свою базу. Ты не использовал ни одного блока, который я тебе дала. Так я вот использую. Вот сейчас видишь, кирпичная плита буду использовать. Я ее на крышу постелю. Ладно. Я просто сделал дом, чтобы нас птицы не ебали в очко. Ты, если хочешь, тоже строй. Или вы идите вдвоем. Идите убейте рыцарей, они нахуй возле дома, они еще рейд. Да, меня бесят. Они еще рейд сделают без рофлов и типа разъебут. Так это разве плохо? Так они разъебут все. Ну, тогда разве это плохо? Ясно. У меня есть комок глины. У меня есть кирка, которая не копает. Так качайся. Так я качаю. Так, harder, stronger, вот это вот все. Как узнать, что стейк пожарился? А, ну оно изменится, типа текстур. Зависит от прожарки. Да, и прожарочка, там, medium rare, rare, super типа, calm. Сначала как мясо жарить? Надо, типа, на этом, типа, поджарить со сторон, разных, чтобы как там... Какого взять из костра? Заявить. Он выпадет сам. А потом уже в духовке довести. Приготовленное да, мясо, ура! Бля, я, кстати, недавно так делал стейк, типа, сначала пожарил, потом в духовку. Что? Кого-то ебут. А... Ой, блядь, кого ты призвал? Так вы... Так вы это... факела ставь, в темноте спавнится, хуйня. У нас вон есть 7 угля древесного, сейчас она крафтит. Да у меня есть факела. Как сделать меч? А, меч? Я нашел лимонитовую руду. Смотри. Из чего, во-первых? У меня ничего нет. Я нашел медь. Я это спиди с циферки. Это звук. А чё с микрофоном? Чего? Дело доски. Теперь тебе нужен палка. Правильно? Дело палка. Теперь тебе нужен меч. Дело меч. Из палок? Да. Почему из палок? Что ты можешь из камня? Тебе надо дело из палок. Это ок. Же ММО. И щит тебе. Давай. А что с микрофоном? Вот щит. Нажала на щит. Вот видишь, доски. Алло. Ок. Пипец. Теперь нажала на Е. Щит. Вещается. А как сделать... Кого? Броня, хотя бы деревянная. А, нету деревянной, есть кожаная. Надо пойти поубивать овечек. Деревянная броня это топ, да? Да, топ броня, 10 из 10. Не, на самом деле, надо реально пойти кому-то поубивать тварей всяких для кожи. Да я пошла на охоту, я уже говорил, но я никого не нашла, кроме пизды. Разве это плохо? Ну смотря, а она, знаешь, никаких животных нету. Животные, вот смотри, если идти... Животные, слева... они там где-то. Да, я слева... животное. Слева сверху у тебя есть карта, и там есть Ю буква. Юг. Сука, там в чате пиздец. У него встал вопрос. Самое смешное, как у меня это в авточате, как это выглядит. Полосочка такая. Все это вот это должно показать. Модер я насрал, убери. Енота надо убивать. Да, да, с них тоже. Бедные енотики, что они тебе сделали? Хуя! Он убегает! Иди сюда! Догоняем! Все, я убила. С него ничего не выпало, что ли? Кроме души и семена пшеницы. Зачем семена пшеницы, енот? Идем, ты его убил, если все, даже ничего не выпало. Овца! Иди сюда, овца. Обидно. Он умер зря. Все, я овцу убила. Минус одна овца. Минус вторая овца. Я охотник, ничего не знаю. Пицца. За охотником пришел. Другой охотник. Посильнее, охотник да? На охотников, да?
Овховник. Так, и чё это? Пизденота, ботяра, сука, бомжа, бомж, пиздец, овец ебут. Что? Не знаю, читаю чат. Хороший чат. Так, а чё тут можно? А... Чё это такое? Лестница. Три лестницы, спасибо. Силона, ты где? Я под базой. А, ты едешь. А, ты копаешь? Да. Ну, я правильно, качаю. Правильно. Да-да-да, качайся. Надо ещё кто-то прокачал. А кто в меня стреляет? Я пошла отсюда, помогите. Вот да, умер. Кто-то сдох. Я сейчас отыграюсь. Там на меня вылезли эти... прокачка. По факту. Всякие твари, еще много чего. Так. Хелпы ноль, пиздец, да, вообще. Хелпы? Да. Бля, куда кал выходит, извините. Нет, только не ты. Там бегун сраный. Нет, большой. Большой бегун? Да, большой бегун. Надо спать, кстати. Она вам ресурсы добывает. Натуралист, привет. Пока что она только дохнет. Он за арбузы дает медь. И за свеклу дает медь. Она старается. А у нас еды нет. У меня есть. Фу, кто меня бьет? Ночь, надо спать. Иди спи. У меня еще не ночь, во-первых. Ай, бля. Во-вторых, я не забрала свои шмотки. А, еще не ночь, ладно. Так, что тут? Но это теперь выглядит как хуета. Блять. Забирай меня скорей. Ой, да что, скорей. Я забрала свой лут. И я... умираю сейчас. Ой, я могу мясо съесть. Я умираю. Да а чё вы дразнитесь? А куда я иду-то, я ни хрена не вижу. Домой иди. Поспите кто-нибудь. Так это, надо втроём же спать, нет? Не знаю. Так до этого и в одного срабатывал, нет? Или это был другой мод просто? Да, это другой мод, тут нельзя так... Ох... Господи, я ничего не вижу. Луна, выйди, пожалуйста. Спать. Ой, привет. Опять, кстати, в коленях со стрелами. Опять стрелы у тебя в коленях? Привет, я тут новенькая. Я аниме-девочка, 17 лет, с розовыми волосами. Мама не дает денег, так что подарите собачку. Не-ко-не-ко-не. Подарите сам. Не пизди мне, Хаю, я тебя знаю. Не пизди мне, я тебя знаю. По факту. Это как угроза звучала. Так. Где-то у нас зомби в доме? Это я. А, да. Это я. Звучало так. Так. Да. Мужики, не шмаляйте, я кабан. Аж хрюкает. Хрю. Мясо выпало. Сидит, жрет на стриме. Что за хуйня? А. Я собрала мясо свое. А здесь камни, Силон? Я скинул стак камней в мой сундук, который надо огнём. Разогревается, который. Блять, да за что? Я мясо ела. Вот еще мясо. Ой, то есть этот кобблстоун. Кобблстоун. Wait, it's really cobblestone? Yeah. Come. Only come in anime girl. А ч
Чё мы собирали-то? Чё я собирала? Шкуру, кожу? Да, кожу. Нам нужно вообще очень срочно кожу. Кожа, если что, дает 2,5%. Кожа. 2,5% баф на все ремесло, на всё. А чё мне выпало? Там мне выпала белая шерсть, серая шерсть, песок, души, пшеница. Души? О, это хорошо, кстати, может нарост растить. Humanoid Flesh. Но это моя, наверное. Ничего нету. Ничего нету кожаного. Кожаное ублюдо. Ку-ку, привет, кобля. У нас тут пиздец. Все нормально. Ебать, я что вспомнил? Опять новая паста для меня. А земли ни у кого нет в инвентаре? Нет. Только песок один блок. У меня, короче, хуй встал перед Милфой на медкомиссии. Она мне говорит, мол, вон стакан. Ну, я пошел, выпил, думал, раствор какой. Она мне говорит, что туда все, хуй в холодную воду макай. Но я не растерялся, попросил добавки. В итоге все закончилось тем, что я начал сосать всему заводу. Всему взводу. Солдаты удивлялись тому, насколько хорошо я умею сосать. Но после того, как я показал сапку на канале Нинора Арт, они сразу все поняли. И в чем он не прав? Да, кстати, вносите ли эти баллы в этот. Ебалы? Не, да, баллы там... в то, чтобы я стримила 30 дней подряд. Ебалы. 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 Вношу. Бля, голодный. Я еще буду умирать от голода. Вот опять никто не готовит. Есть, вот да, только иди я сюда, умею вниз, готовить. Иди. Вот опять я только готовлю. Ни одной, ни одного. На хлеб. Дай мне. У меня три мяса, но я себе забрала его. Где ты? Я ставлю факела красивые. Спасибо. И вот это на заешь. Спасибо. Вот хоть кто-то, вот кто-то, вот хоть кто-то, ура. Что? Ну ты черт. Нихуя себе новость. Да. Получается у нас типа... Что этот... теперь, тем будет больше что? Уровень, тем больше типа, у меня сердечек будет. Ютубер пати теперь? Да? А, да, у нас ютубер пати, у меня тоже прям скоро как будет. Как у этих? Как у, да, у этих. Вау. Только мы уже так делали, только с иностранцами. Да. Угу. Это, а что-то у нас все русские какие-то злые. Типа, да, вообще злые. Они пиздец. Даже не берут, типа, вообще. А поэтому мы с иностранцами сидели. В рот берут они неплохо, кстати. Вот для того, чтобы с нами стримить, вы должны знать наизусть «Войну и мир», знать, как правильно что-то там делать. Это, ну пошли они нахуй, чё свои уёбки. Вообще. Жесть. Ну вообще по факту. Пиздец, везде некрологи. Да, одни некрологи. Меня оса укусила. Злебо грустно. Жесть, грусть. Мы стримили... ЗХЦ, чего? ЗХЦ. ЗХЦ? Что это такое? Это в доте на этом, на SF-е эти, как их, блять, зовут? Койл. Это когда умер в семье кто-то. Ни разу этого, чтобы не играл. В школе меня бросила девушка, потому что сказала, что я не настоящий Dead Inside. Если я попаду в психодиспансер, то она поймет, что я настоящий гуль трука Нейки ССС баранербачва. Это вы с кем так пытались? Привет, Пертус Фабулус. Это с кем про... пытались, что именно? Он про витюбинг. Про русских, что ли? Ну, да, да. С... кто тебя так послал? Блин, а как ее звали-то? Ну, мы стримили как... с Аринамой, это американский ютубер из Кицуи. И он у нас еще и заказчик, и он тоже у нас еще и заказчик. Да, он еще заказчик. Мы, короче, с заказчиками своими стримили. Ну, а ничего, у нас ютуберов заказали, мы их рекламим, че? Да, все нормально. Сонно. Сищу, мощу.
Я хочу сакуринки посадить вокруг дома. Да, ну ты найди саженец. Я нашла вот саженец. Сирень, пион. Я так давно на пик не заходил. Оказывается, у вас тут какая-то это была. Типа взломы опять. А, в плане. Ну, типа, много-много взломов было тут на Твиче. Да, да поебать. Кого и на Твиче? Я такой зашел, короче, а у меня кто-то Prime активировал. И какой-то чувак с Амазона, типа, привязал аккаунт моему аккаунту. Я такой, типа, нихуя. Да, вообще офигел. Я все отвязал, быстренько пару поменял. Ну, правильно, правильно. Да, блядь, какие-то помойки. Не буду говорить, какие, я уже лишнее говорю, что... Посмотрю реинкарнацию безработного. Вилка, да, это классная. Она очень красивая. Я так задушился с этой реинкарнацией безработного. Она очень красивая, вот типа честно. Это брат чела, который очень, который овервес, да, в начале, и он тебя перерождается там. Вот это реинкарнация безработного. Я прочитал полностью эту. Кого? Ну, я говорю, который этот. Реинкарнация безработного, да, да, когда вот где он еще боится выйти. Да, да, да. Бля, я так задушился, типа. Тут на воздушном шаре динозавр. Да? Да. Это. А че я задушился-то? Я хочу мысль закончить. Давай. Цветущая бамбуковая роща. Че с тобой? А, нет, только не оса, фукс. Че там не так? Силон, ты где? Только он, ты где? Это проклятое заказал на стриме теперь. Проклятие какое? Убил. А, убил. Боже мой. Ты где с какой огромной херней сражался сейчас? А с какой херней? Я, короче, копал уголь, и эта херня вылезла. Тут что-то произошло. Я задушился с того, что главный герой уебан. А, привет. Спасибо за подписочку, Андрю. Чел страдал, типа... Андрюм. Синдромом Хикана, который, типа, в Японии постоянно. Ну да, но он, типа, он не такой, он показывает, как, типа, человек излечился от болезни, значит, типа, те, кто смотрит это аниме, тоже, типа, излечится. Ну, он просто уебок. Ну, почему? Изначально он такой, да вы все уебаные, я ненавижу вас всех, такого потому что... Такого вроде шмырили же, нет? Кого? Его же шмырили там. Ну, типа, а виноват-то кто в этом? Он так, сам, лол. Лол. Он из тех, кого не особо травили в школе, так что. Тебе не понять вообще. Ну, там, типа, очень красивая рисовка тебе, вот, например, не, вот, рисовка, в втором сезоне. Бабок нормально. Там бой вот этот офигенный, такой, блин, как он красивый. Ну, конечно, мне грустно просто... все закончилось там. Но я не... Он перечитал уже много хуйни. Да, мне просто не нравится, когда герой... Герой именно неплохой, нет, не антигерой, а просто он уебан, ну, вот он конченый урод. Ты читаешь, он такой, да моя семья мрази, типа, а там семья не мрази, просто он, типа, так воспринимает это со своей гранату стороны. Гранату можно сделать, нихера себе. Гранату да? можно сделать. Приходит как-то черепаха в бар и просит водички. Бармен дает водички, она уходит на второй день так же. На протяжении всей недели она просила воду и уходила. На восьмой день бармен спрашивает черепаху, нахуй ты у меня воду просишь? У меня же дохуя алкаша. Она говорит, блять, мужик, давай не сейчас, у меня дом горит, нахуй. Что? Что ты прочитала? Эта пчела, пока не ударишь, не тронет? Да ну, неправда. Не, пчелок, пчелки не трогают тебя, пока ты не ударишь. Ну да. Ты пчелку, она пчелку убила. Ты убила пчелку. Так и меня кусает. Она так что, с этого новый читатель лучше второй сезон ждать. Так, второй сезон же вышел уже, нет? Я не знаю. Там сейчас третий должен выйти. Я вообще не в курсе про чего, я не видел. Второй сезон полностью вроде вышел, а там... Какие штуки прикольные? Мои. Ну, я не знаю, наверное, лучше аниме, наверное, подождать. А это кто? А, это... Блин, очень печально, что у меня фулл хп. Тут фея. Печально, почему? О, фею можно в банку положить, если это фея из одного мода. Нимфа. Нет, которая хиляет.
Ну да, нимфа неплохо хиляет. Этот. А тебе бы, если что, вот это аниме про безработного, тебе бы не понравилось. Ты можешь говорю. Создать ее, да? В смысле? Типа магии? Ну, просто Нинора очень злой человек. Чё, в смысле? Капец, ты злая. Я очень добрая, а что не так? Да ты бы увидел этого главного героя и его первую просто главу. Он жирный мужик, типа, зато там показывает, как, типа... Фу, что это? Это если смотреть. Если смотреть. Но если ты прочитал первые две главы, она бросит. Ты пошли меня, пожалуйста, иначе вы потеряете все. Ну, на тебе въебало, извини. Ой, мне нужно в воду. Вегана перепрыгнула забор. А как ты забор перепрыгнула? Она погорела, вот просто я ударил, она прыгнула. А, буст ей дал. А что, нельзя было? Нет. А. Забор не... Я специально его построил, чтобы всякие уебаны типа, не прыгали. История классная, вот, типа честно. А именно, как так сказать... Ну, бывают некоторые моменты, наверное, которые не понравятся людям. Ну, я просто знаю Нинору, и я прям уверен, что ей не понравится. Мне прям очень понравилось, особенно рисовка. Это когда я... Блин, я недавно такое не... Ой, да такую мангу нашел. Ой, читай там в чате эти пасты. В линканитах можно призывать существ, которых изучишь! Помогите! Ай, блядь! Меня унесло! Ой-ой-ой, не хочу выходить. На самом деле, ГГ в этом аниме не настолько урод, если его можно понять. Его отравили, и он заперся у себя в комнате. Да-да-да. Из-за этого, собственно, его раздражает, а часть воспринимается... Ну, как бы да. Правильно сказал. Ну да, вот он, я ее прочитал и почувствовал его враждебность ко мне, как читателю даже, понимаешь? Ну так да, это писание же автор. И мне ему захотелось въебать, типа. Если бы я увидел такого человека в реале, который так бы, я бы просто ебнул. Захожу как-то в строительный, а там девушка покупает один кирпич. Я заплакал и платил ему ты еще 30. Спать с нами, дедушка алло. Упирался и наговорил про больную Нинора спину. Да она спит уже. Суставы и груши, но все равно сгрузил ему эти кирпичи в рюкзак. Что у нас за государство? Что это такое? Ой, это хуйня, надо убивать. Надо. Азур жнец. Да, надо убивать его, надо, пойдем. Как на это реагировать? Захотела с вами сыграть, но я слишком туп. Чё? Захотела с нами поиграть, но он тупой. А с нами играть, если ты витюбер, у нас витюб сервер. Да. Ехал мужик на машине и приспичило ему посрать. Он остановился, вышел на поле и сел. И тут к нему подбегает мышка и говорит: «Я мышиный король и могу исполнить любое твое желание». Мужик отвечает: «Постой передо мной, народ. Постой передо мной, народ, свой мышиный король». Привел к нему весь мышиный народ, а мужик берет мышек с горсти и начинает ими жопу вытирать. А король ему кричит: «Остановись, долбоеб, у нас бумага есть». «Да, бумага и у меня есть». Что? Когда ты все это читал, блядь. И такой, ну да. На самом деле, ГГ в этом аниме не настолько урод. А, вы это читали уже, да? Да. Пиздец, скример. Я бы хотела посмотреть Франклин Фран, но есть только манга. Кто такой? Самое классное аниме. Мне нравится Стальной алхимик. Вот это типа топ вообще. Вот так я люблю его. Там еще особенно фильм, который, типа, вот там такой... Когда как, после этого? Который про то, что они, типа, из другого мира, типа... Ну да, мне тоже... Блин, он такой красивый. Так, я принесла немного шерсти. Шерсть? Типа, именно вот в этом аниме прям очень видно... Как автораспределения нету у нас, да? Нету. Нет, мы не поставили. Хардкор. Мне такой не нравится. Там прям видно эту химию между персонажами. Мне вот это ну нравится. Да, мне очень понравилось тоже то, что ну, я когда прям пересматривал, такой, бля, вот это прикол. Я раз в год пересматриваю. Так, смотри. Нинора, это которая девочка с сисяндрами, здоровыми такими нахуй, в красной этой новогоднем скине. Я стримлю. Силон, это котик. Вон там. А я и о, ва, я, три... это я две кожи взяла, прикинь, сделала. Даже 3 это или 2? Не понимаю, что за цифра.
Чё? Что ты сделал? Я кожу немного добыла. А, кожу добыла, это охуенно. Ого, кожа. Ну кожа да. Реально тут хуй падает, тут мобов столько есть. Хуй найдешь ту кожу. Прикинь, череп визор скелета выпало с моба. Ого, можно будет потом визор... Блин, мне кажется, не-не. Он будет очень сильный. Не-не, визор скелет, не визора, а визор скелет. Так это и есть то же самое. А, это и есть он, да? Да. А, нам пиздец. А я говорю, это я, это вот я. А так нам еще типа, этот... Русик. Не, просто этот... Нам же еще выпало этот, как там я. Тебе сказали то, что у тебя нормальные сиськи. Спасибо. Да не у тебя. У тебя не видно сисек. Так сказали, тоже нормальные. Типа, оценили сисяндропов. Блин, фига у У меня начали расти сиськи, это ура. 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 Мне нужен... А так верстак есть, ты идиот. Ну да. А, бля, птицы-убийцы плывут. Бежим. Так это, добудьте, надо кожи и еще кое-нибудь. Я сижу в шахте, не вылезаю. А, ты в шахте. Чтоб прокачать этот ебаный уровень. Ну правильно, правильно. Я уже 3 дня копаю, у меня только какой уровень? Сейчас. Я 3 дня. Так ты должен именно за руду там дают, да, хуя. Так я не могу руду копать, понимаешь? Ну да, надо а ты каменную еще не прокачал, да? А я... Да, я типа сейчас качаю это нее. На 10-й, да, вроде уровень? Да, да, я почти качал. Понял. Так, сирень посади. О, тебе говорят, сирень посади. Так я уже посадил. А вот там есть кость, перемоли кость в муку и вырасти, типа, чтобы она сразу была большой. Не знаю зачем, но пусть будет. Хи-хи, я бамбуков насадила. Бубук. 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 Сука, это я хотел сказать. Нет, это я сказал. Ну да, ну да. А, ну да. Хочу шаурму. Я тоже хочу шаурму. Но у нас суши есть. Мне невкусное. Нормально. Невкусное. Тебе же залагал? Не знаю, может. Не знаю, мне ничего не лагает. У меня блоки не это, не ломаются. Не, не лагает. Может это? Может тебя вылетел? Не, все ломается, я проверю. Прихожу домой, мой 12-летний сын спит. В телефоне включена ваша трансляция. Матом орёт на весь дом. Вам на вид лет 55. Могли бы работать на заводе, а может бы были бы начальником. А вы сидите, играете в игры, еще бы материтесь, как, простите, сапожник. Сапожник. Всё, надеюсь, выучу, а то имена запоминаю так же хорошо, как и латынь. Главное, запомни, что я стримлю, и все. Тут. Перезаходишь? Да. Я тут главный. А еще у меня есть пабличек ВК, инстаграмчик и дискорд. А у меня тоже есть пабличек ВК, но я не буду его тут. А у меня тоже есть пабличек ВК, поняли, да? Поняли, да? Бу-бу-бу. Ба-ба-ба. Да-да-да. У меня там 5 человек моих преданных, которые смотрят на члены. А у меня уже, я посмотрю. Каменная рапира, ебать. У меня уже 12700. Хватит гуглить пасты. У него, кто это? У него 13 тысяч ВК, прикинь, сидит? 700. 12 700 группов ВК. Пиздец. А надо мне? Надо тебе что-то нарисовать, чтобы ты меня репостнул. Так да, я же тебе предлагал. Ты мне вообще сказал, что ты мне анимацию сделаешь? А мне что нарисовать? А, нет, ты мне еще не говорил про этот, поменять мне анимацию, типа, на этой. А тебе? Так, ну да, нарисуй ему скетч какой-нибудь, он тебя репостит. Ей. Да, какой? Да любой. Давай, Хигао, вот такой. Так, а чё я... Бля, я забыл вообще, сидим, что-то пиздим, я... Не, Нору не запомнить сложно. Как я могу не запомнить человека, который мне рисует восхитительно голову мужчину в шибаре? Чё-то я хотел из камня сделать. А тебе по бороде? Куда? Кому? Что? Калитку нельзя? Кому калитку нельзя? Блядь! Енот! Опять! Что такое? Я уголь копаю, на меня этот лезет. А, угольные ублюдки? Да. Почему с енота ничего не падает? Кроме семян сраных. Семен? Семя. Семя. Семен. Ебать, у нас тут срач.
А где? Ничего не знаю, я добытчик. Добытчик. Только один человек в доме сидит, там что-то это. Хоть делом один занимает. Да, да, да. А все один шахт, другой где-то что-то там бегает. Зачем геноцид? Я ищу кожу. Чтобы мы потом отпиздили этих уёбок. Она убивает бедных енотиков. Она убивает енотов, чат. Прикиньте. Вот она это убивает вот. Енотиков. Стример у вас. Живодёр. Чё? Что? И вообще. Они не живые. В смысле? А какие? Она берет, убивает, живет, говорит, да они живые, да они не чувствуют. Пошёл нахуй! Пожалуйста, кто-нибудь возьмите меня домой. Спасибо. Пожалуйста, кто-нибудь в кавычках я. Ну да. О, проходик миленько. Да-да-да, всё, ебать ты вся в стрелах. Да, мне плохо. Так, как... В смысле не спаслась? Спаслась. Стрим по расту? У меня нету раста. Ну, а можно с голыми пиписьками побегать. Там. Нормально будет. Там раньше самое плохое, то, что там чат голосовой, типа. И там ну, вам все что угодно сказать. Похуй. Ну, типа, на самом деле, за это не банят. У нас чел был, который фалал и спамил. Такие фразы прикольные. Ну, типа, только его забанили, что я ему два аккаунта на Твиче забанил. Да. Хорош. Так, а чё, почти готово. А где дерево? Технически вы виртуальны, значит, убийство виртуальных животных для вас равно цену убийства реальных животных. Вывод, живодёры. Да в смысле? Ты живодёр, вывод. Идите ебашьте мне дерево, пожалуйста. Да, дерево. Сколько? Ну ладно, я сам добуду. Да я уже... О, енотик, енотик. И вообще я тебя спрашивала. Такой милый. И вообще я тебя спрашиваю. Мне добывать дерево? Ты такой, ничего о ней не говоришь. Мне надо дерево, да? А буба. А буба, а буба. О, Междумирис появился. А где мясо? Где? Вот. Где мясо? Я положила... Оно залагало. Мясо в текстуру застряло. Господи, кто поставил сюда, прям над костром, ящик? Это мой ящик. Это мой ящик. Там мясо лагает. А что с древним камнем делать? Я не знаю, может портал сделать. Тут же... Это же человек, это из этого, типа, Advent of Kensin. Да. Типа, там же очень много миров, там, наверное, штук 30. Да? Да. Жесть. Так, это надо. Так, нам знаешь, что еще надо? Да много чего надо, нахуй. Технически вы виртуальны, а значит убийство виртуальных животных для вас равноценно убийству реальных животных. Вывод, ты уже живодер. Слышишь, ты живодер. Ок. Ок. Это только живодер так может сказать. Мэджик? В смысле, как ты мэджик прокачала? Я что-то сделала. В инвентаре я что-то нажала, и у меня теперь, смотри, какая-то хуйня в руке. Какая? Где ты? Вот. Спектральный заряд. Она использует мои заряды, которые я положил. Мы же миллионеры, новые. Ай, блядь! Помогите? А, у нас луков нет, да? Пизда. Может, поспим? А мне пизда. А, не, нормально. Ты в воде, нормально все. Так нет, там баф повешался на утяжеление, я типа вылезти не мог. Они вешают баф на утяжеление. Я спать лег. Пошли. Так, смотрите, я сейчас создам два ящика в доме в самом. Вы когда приходите, там просто в него все скидывайте, пожалуйста. А я уже буду по ящикам другим раскидывать. Какой ящик? Я сейчас создам его, говорю. Давай, давай. Только перед входом тогда его положи на этот, Саш, на большой, которому место есть. Именно. Я это и хотел сделать. Так. Вот тут раз. А что он вообще этот заряд делает?
А и для крафта каких-нибудь палочек. Вот, два ящика. Скидывайте туда все, что вы хотите. Ну, типа, когда вот приходите, все туда скидывайте. Наверху. Два ящика теперь. Все. Где? Так, наверху. Где? Вверх. Где? Шапухой. Ап. Ап. Рыжий ап, рыжий ап. О, боже, что ты вспомнил. Вспомнил рекламу из 2000 какого там, 10-го. Ужас. Да. Да еда тут. Сейчас вспомнил мозг ужас. А я могу уже камень такой? Нет. Да блин. Добыча дерева 10, а у меня сколько? Да, 10. Ладно, плохо. Кто? Минора. Оружие 15 надо, чтобы его типа использовать. Да, мне надо именно так, ну, пурить дерево. Почему вы живете в погребе? Да, уже почти я дом достроил, да они живут в погребе. Мне нравится жить в погребе. Это знаешь, когда деревенским дают 1 000 000 рублей, и они все равно типа хуйню творят. Кикимора меня убила. Детей типа в подвале типа запирают. Меня Кикимора убил. Что? Wait, что? Малая там умирает где-то. Тут. Тут? Там на болоте там Кикимора сидит. Ужас. Это новая песня Киша? Ваня, не напоминай мне про песню Киша. Так. Это чихает в шахте, что за... Прикинь, я добыл этот камень обычный, и мне прокнуло из него этот... как его, блядь? Необычный камень? Золото. Да, это бывает, когда качается. Пиздец. О, мне только что уголь выпал. Так это именно из-за мода на ММО. Да, я знаю. Живет ли кто-нибудь в Ярославле? Нет, мы все в одном городе, можно сказать, в одном районе. Ну да. И все ютуберы. У меня, правда, модельки нет. Нахер! Фига ты, сколько мобов! Когда копаю уголь, теперь отхожу на 6 блоков. Слышите, из двух дубовых, из двух досок можно скрафтить беруши, и они дают 1 брони и 2.5%. А можно сделать бамбуковый меч? Наверное, не знаю. Беруши, как? Да. Как? Из двух досок. Так, а я вот смотрю, типа, как расположить. Можно сделать палку. Ну вот смотри, у тебя... Нажми на книжку, надо расположить? И нажми на книжку и нажми галочку «Доступно к созданию» возле поиска. И там будут беруши такие, две точечки. А из чего делается меч, я забыл? Из палки и двух деревяшек. Деревяшек? Деревяшка, деревяшка. Топорик есть. У меня нету ничего. Ну... Короче, слева и справа по центру, по одной деревяшке будут беруши. Деревяшка. На верстаке надо все это крафтить? Да, не, да, да, на верстаке. Сказал бы сразу, блин. А, так ты не на верстаке, ну ты конечно. Говорит, да. Ну ты его справа слева. Бла-бла-бла-бла-бла. Теперь звуков вообще не слышно, кажется. А, не слышно. Это, кстати, против драконов, слышишь? Ice and Fire. Это чтобы крик драконов не слышать. Ну, наверное, против банши тоже работает. Да, и против банши, наверное, работает. Так, вот, сундук. Что за звук, блядь? Короче, мне все это надоело. Я пошла. Рубить дерево. А, ну молодец. Где дерево? Тут нет, фу, че за дом. Ладно, посади просто ростки там. Так, вот тут будет вот это, а тут будет... А где будет? А, ну тут будет. А, ну вот тут будет, нихуя. Вау. Тихо. Такой просто, вот тут... Я не могу березу побить. Береза недоступна. Почему? А, дуб тоже недоступен. Я не могу. Вы изобрели защиту против крика давай. Вы недостаточно. Мы недостаточно прокачать, чтобы использовать каменный топор. А, ты топор каменный, да, тебе нужен деревянный. Ну, сука, разбойники пришли, ебаные. 3 штуки.
Прямо у нашего дома! Чё ты ржёшь? Так ебашу. Где они? Я ебашу. Всё, я умерла. Всё, я умерла. Я умерла. Сейчас ты, кстати, их бумажкой заебашу. Докопайся до этого. До шахты. Я знаю, это мой план. А, это твой план и был? Да, на. Но я и начал топор, просто малая. Качать уровень. Чё, хотите малая. Со мной топор. Ебашить? Чё топор? А, топор? Ладно, я пойду одна ебашить. Вперёд на смерть! Идущий на смерть приветствует тебя. Я почти добила двоих. Всё, добит один. Иди там, вот. Это вот, это вот. Так, один минус еще. Дикий минус. Так, все, я убила. Кто-то на меня напал! Кто? Призрак. Или кто это? Кто это? Банши? Не знаю, не понимаю, кто это. Они одинаково выглядят. Жесть. Не, лень читать. У меня черные сердечки, это что-то значит? Да, ты сушаешься. Да. Блять, хуёво, сейчас умру. Ты когда воду не пил? Жесть, умерла. Капец. Да. Женец, видишь, теперь можно почитать. Так, Эндер. Вы избрали защиту против крика, Давакин. Как вы могли достичь этого? Никак. Я ничего не достигу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, я в доме поставил одинарный сундук, там будет еда. Я что-то подобрала. Зловещий флаг. У меня есть. Неплохо, наверное. Не знаю, у меня есть флаг теперь. Вот тут поставлю. Вот, три флаг. Из вот этих ока банши и прочее, там какое-то мега оружие. Пусть он пугает теперь всех врагов. Женец. Да. Я жнеца убил. Круто. Какого, в смысле? Который этот, летающий? Который напал на нее, да. А можно кто-то дерево добудет? Пожар, пожар, пожар. Я пыталась. И как? На меня напали. Ладно. Так, я хочу сделать нормальный костер. Печь. Из чего печь делается? Да вот печь стоит внизу. Где? Вот эта печь. Такая маленькая. Какая есть, слышишь? Оп, ням. Что-то она не жарит. Так надо вниз, ну, сверху ты кладешь что жарить, а внизу чем жарить? А, наоборот, да? Да. А не, нет, так не работает. Почему? Оно не жарит. Why? Не знаю, оно не хочет это жарить. Хуманоид флэш не жарится. А. Ты хочешь пожрать хуманоид флэш? Да. Кстати, если жрать хуманоид флэш просто, там потом придет Виндиго. Да? Или ты станешь Виндиго, бля. Или ты, да. Прикольно. Так, вся еда вот тут, смотри, вот туда маленький. Туда я его съем, есть. Пожалуй. Приятного. Приятного аппетита. Ты теперь каннибал. Ой, блядь, каннибал. Реально получил каннибал. Ай-яй-яй-яй-яй, забыл. Я каннибал, ура. Ничего, я от этого не умерла. А надо, знаешь, что таблички, да, наделать и подписать для глупеньких тут людей всяких. Не есть это, не трогать вот это. Наоборот, есть или не есть. Ага, сделал. Там же написано. Где? Ну, на них нет. Но, знаешь, есть люди, которые не читают. Которые не могут прочитать моба. Пойду дерево добывать, раз тиммейты у меня вот такие вот. Какие? Какие? Я сижу в шахте, не вылажу, чтобы качать ради вас, а вы такие, да? Не, вообще спасибо. Ой, я нашел этот, я нашел спавнер. Не убивай только, да, его просто за этими факелами разъебаешь. Мы на нем будем качаться. Привет. Не понял.
Как дела? Она оставляет вот эти коронки ебучие, которые будут висеть в воздухе. Ну и чё? Представляешь? Так похуй. Быдло. Чтобы понять, к какой стороне этот танш. Может, спать пойдем? Зачем? Ночь. Ну и ладно. Если чё, тебя ночью тоже там ебут. Я заметил. Мне даже понравилось. Приятно. Ад. А где все? Ну я пошел спать, никого нет. Я иду спать. Даже рядом никого дома нету. Не, я вот я на доме почти. Я бегу, 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 спать, спать, спать. Ай, блядь. Пат, пат, пат. Закрой за собой. Я лег. А где малая? Не знаю, я тут. Я. Фига, как дом светится. Что? Зачем? Чем так? Понял. Поспали? Ты не знаю, я спал. Пойдем на улицу. Он здесь. На. Давай спай. Где моя они просто бесконечно будут спавниться, там до 10 или до хуй знает сколько штук. Хуй знает сколько штук. Ну да. Так, я, кстати, сделал, прикинь, ящик для этих, для грязи. Типа в нем можно дохуя грязи. Склад для грязи. Склад грязи. Так. Тут у нас оружие. Ну, типа, оружие, это значит инструменты там всякие, прочие. А я могу тут. Инструменты. Готово. Видно, да, букву? Так, тут будет где? Еда. Где ты это пишешь? Ну, на этих. На табличках, возле сундуков. Вот этот сундук мой кал назови. Да, твой. Кал не норы. Да. Кал не норы. Который мне разбирать, кстати. Яй! Да, мне еще нужна табличка куча. Че рыбов никаких нет? Так они есть в воде. Да, они в воде. Глупо что. Я не вижу в воде рыбов. Так они есть. Потрогай. Воду потрогай. Нет, там есть. Они там плавают глубоко. Мы ж возле моря, если чё, мы не возле речки. Боль. Может это убить. Боль. А вот табличка. Так. Теперь вот это. Это у нас блока кубы. Квадратные блоки. Все, готово. Бля, как отвратительно. Можно просто вот так? А, да, можно вот так. Фига тут чертей всяких. Так ебаш. Ошин стал слишком сурок для тебя, чтобы ты смог выжить в нем. Плавание 15. Что? Какая-то штука меня ебет. You have unlucky колючий черепаший панцирь и одежда. Ну, типа, одевать можешь его. Рыбикс. Я, типа, поплавала, из-за этого я теперь могу как черепашка одеваться. Да? Ты такая, ебать, я ж как черепаха могу. Семена. Почему семена? Ты два раза написал. Ну, потому что там 4 строки. Так. А.
Кал. Почему две створки? Типа, по приколу? Ну, чтоб красиво было, да. Чтоб больше ебаться с ними, да? Да-да-да-да-да. Так. Нажмите минус. А? Куда? Минус нажмите. О, свистеть можно. Я случайно нажал. Это, наверное, приманивать мобов? Наверное. Я птица. Блять, мои уши, хватит, прошу. Мне научили. Так. Так, я сейчас посмотрю, как делать скриншот. А как это называется? О боже. Ликантроп. Боже, какой мужчина! Счастье. Я хочу от тебя семен. Так. И почку. И дрочку. Незер кварц. Это вроде вот сюда надо. Alt F1. Чё это? Alt F1. Чё ты делаешь? F4. Чё сделаешь? Скриншот. А-а-а. Через GeForce Experience. Так зачем? Просто. Shift Windows S. Alt F4. Что-то не работает, я не поняла. Он куда-то типа отправляет, что ли, или что? Отправляет. Ну а куда? Примите. Я типа нажала. Так. Снимок с экрана сохранен в галерее. Ну все сохранен. Где эта галерея? Ну вот. Windows галерея. В галерее. Так, семена. Семен. А, кубики сюда. Кто-то из вас уже замок разрушил? Какой? Он был сломан. Да? Да. Да. Заспавнился хуёво. А тут все что-то построить так спавнится странно. Так. А, надо еще ящик для механизмов. Цветущая вишневая порода. Тут из вас кожу, да, нашел? Да, я нашел. Перья. Пошел нахуй, обезьян. Ладно. Он меня бьет. Бей его в ответ. Я его игнорирую. Да. Слишком много хуйни спамится, я не могу с ней справиться. Так лоу, бей просто. Ты у меня уже нечем убив. Так у тебя сейчас там прокачается, нормальные потом вещи будешь делать. Лол. 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 Мне нужен еще один ящик, да, получается? Я собрала какой-то измельченный камень аним. Или аним. Аниме. Ань. Ой-о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 й. Так, все. Ура, я разобрал эту помойку, которую вы тут наделали. Мы? Ну не я ж. Правильно. Я недостаточно прокачана, чтобы сажать вишню. Прикинь? Так-так, ну, вот. Качай фермерство. Да, там у нас целое поле пшеницы. Иди собирай, сади заново. Я пошла садить бамбук. Так, книги. Да нахуй. What the fuck? Да ёбаные некрологии. Кто их тут накидал? Угадай. Сука. Кто? По-любому вы оба накидали. Я один раз умер всего. А, не, два.
Неправда. Да? Неправда. Так. 93 души. Ни души, ни... Блять, ебать, тут некролога. Кто это, интересно, на накидал? Столько некрологов в сундуке под названием Кал Миноры. А? Что? Нет, это не про меня. Я не знаю, о чем вы говорите. Так, это семена. Да. Чего тут заспавнился? Просто. Так, измельченный камень анимы, это для чего? Ебать, а что это такое? Не знаю, выпало с моба какого-то. Показывает ближайших враждебных мобов. О, вперёд меня это и... показывало, кстати. Это, короче, понял, артефакты себе крафтить какие-то. Ладно. А мне кушать надо уже. Так, Кал Миноры пуст. Опять кровь, как. А есть лопата? А чем надо возделывать землю, чтобы она была? Лопата. А, нет, этой мотыгой. Мотыга. Это... Если лопаты будешь делать, то там будет это, типа, дорожка. Ну да. Матыга. Как ее сделать из чего? Из... Камня. Да. Камня. Не, из дерева, из камня ты не можешь их сделать. Забывай. Что за лох я? А где все дерево? Надо делать вот все дерево. Называется каменные... Ой, квадратные блоки, там дерево. Справа весь. Окей. Так. А из чего, из досок или просто из дерева? А тут нету. Из досок? Что за хуйня, что за звуки? Не знаю, что так гудит. Что за звуки? Кто там молится? Это ты делаешь, сука? А, ебать! Сука. Пошла нахуй. Нет, пластиночка. Пипец, убежают. Че ты пугаешь людей? Да, ебать, я пересрал. Я думал, босс уже какой-то призвался, знаешь, пизды нам давать. Ой, это так смешно. А это крафтится только на крафтильне? А кого? Да-да-да, на крафтильне. А конечно, где она? Все на крафтильне. Да и дохуя, в доме дохуя, тут дохуя, везде дохуя. Я не вижу. Я не знаю. Ну вот крафтильня, вот в полу крафтильня. Вот это? Это чест. Вот, в полу крафтильня, вот. Вот это? Да, ну и там тоже. Подожди-ка, а что мне нужно? Тебе мотыга. Как я сделаю мотыгу-то? А сверху два и две палки по центру внизу. О, гоблин пришел, что тебе надо? Сверху два и две палки по центру? Ну, по центру и внизу по центру. Он яблоко на изумруд меняет, прикинь. Меняй. О, не, каменный. Я такой не могу сделать. Я поменял изумруды, если что. Я не могу. Ты реально ты создаешь, блядь, из ступенек? Да, я не знаю, почему я взяла ступеньки. А почему я взяла ступеньки? Я не знаю, почему ты взяла ступеньки. У меня настолько проблемы с чтением. Ох, ебать, птица ебучая. Бревно, подожди-ка, бревно, доски. Тебя унесли, пока. Минору просто унесли. Сейчас тебя унесут тоже, что ты смеешься? Я убил. Я пытаюсь всплыть.
Чупакабра. Чупакабра. Так. Чупакабра. Одень наши... Если что, в оружие, инструменты, броня тоже будет лежать. В пазлу. А что тут еще надо? А, ну и пластинку сюда заскину. Похуй. У тебя гоблин торговец У делает. Сколько надо? Раз, два, три, четыре, пять. Да. Ой, блядь, девочки. Не делается все равно, даже из досок. Так, тебе нужно две палки. Вот где по центру палка, и по центру внизу палки. У тебя же слева вон есть эти, что ты можешь скрафтить палку, да, нажимаешь палку, забираешь палку. У тебя появилась вон мотыга. Да, я уже сделала. О, весло? Всё. А зачем весло? Ну, переебать. Журнальный столик, я хочу столик. Деревянный филейный нож. А это чтобы что? Мясо резать. Лол. Блять, у нее нож. О боже. У нее нож. У нее нож. У меня нож. Бойтесь. Нож. А что я с ним буду делать? Ну, резать-то понятно. В смысле, зачем? Да просто для прикола. Господь, кстати. Гу. Я не могу, эти стрелы, они просто не исчезают с моей коленки. А здесь всего? Ты вообще ступеньки суешь, ну блин. Силон, тебе тэпнуть? Зачем? Спать. Ночь. А, давай. На, блять, появилась хуйня. Успеем? Успеем? Он на мне. Успеем поспать? Да, успели. А теперь поебалу отхватывай, урод. Где он? Ах ты, сука. Подождите. Только не в папка. А где ты, сука? Окей. На нахуй. Я убил. Круто. Кто смотрел новый видосик плюс в чат? Я. Блин, у нас такой дом маленький, ничего не расположить тут. Но это пока что. Ну да, ну да. В смысле? Так ты ж построил. О, я сел, смотри. Зайди в дом. Где гоблин? Вот тут. Гоблин за мной бегает что-то. Или тоже. Ой, блядь. Те, кто бьет? Да я сам себя уебу. Я 4 изумруда наторговал. Мембрана фантома, что? Плохо. Зачем? Ты можешь скидывать все в калнинор, и я там рассортирую. Не, я понимаю, но зачем мне нужна мембрана фантома? Да не фантома. Давайте вспомним. Так, имена. Дратиш, практиш, гуд. Лё. Столики я поставил. А зачем столько много? У меня сколько было, столько я поставил. Перед каждым стульчиком по столику. Ставлю всё. Да, все нормально. На них можно еще что-то поставить. Так, а чё? Чё можно покрафтить? Мне за это опыта дало, ничего не знаю. Дайте еды. Да вот я сейчас крафчу еды. Сейчас посмотрю, что можно сделать. Вот а вы так. Хоть раз снизу были? Нет. Я еще не ходил крафт. Так, я крафчу кучу этих. Еды куча... хочу. Дай ебать. Еды. Блять, я стак закрафтил. О да. О, да. И все, еда там есть, малая, в этой в ящике сюда. Ага. А, надо возле воды, чтобы просло быстрее. Кого? Тут есть вода. Не то, чтобы она рядом. Кончилась мотыга, в смысле. А что так быстро не зарастает земля? Чё? Земля быстро зарастает обратно. И чё? Плохо. Не успела посадить. Вот. Так, я тоже пойду по эту в шахту. Побурюсь.
Потому что я тоже хочу этот, камнем. Ты видел надпись на двери? Кущики на дыра. Так кощик тут уже слишком дохуя. Так. Нихуя тут говна надобывал, ничего не принес. Ладно. Так, это я не могу, да? А где ты далеко вообще? Далеко вода, 4 блока достает. Там мне не надо, чтобы просло, мне надо просто посадить. Сейчас вам руки репортируй меня. Я не успел. Надо было раньше сказать. Ну, по факту. Ты туда идешь без меня? Оу. Не завидую тебя. Куда? О, нихуя тут цепь. А ты где? Я? Тебя тэпнуть ко мне? Давай. Ну, возьми тогда с собой эти, кирку. Кирку? А, там чё, она идёт. Да, тебе вот туда. О, она прошла! Так помогай, что ты стоишь? Нет, ничего. Вон, а, ты же это? Угольный этот. А где, спать, где кирка лежит? Ты кирку взяла? Ну, скрафтил кирку. Блин. Ладно, я тебя тэпну и дам тебе. На кирку. Я скинул. Да сдохни. О, уголь. Да, а вот уголь? Его, вот, блядь, лучше отойди. Отойди от угля. А что такое? Ну, а, типа, из него хуйня вылезет? Подальше. А, я понял. Тебя, что он вылезет, хуйня. Вот уголь сейчас самое лучшее качает. Ну да, с него же этот. Динг! Я цепочку собрала. Да, цепочку собираю, красивое украшение. Вот он выпал, 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 выпал. О, где? А, вон вижу. Генрих? Гвонг. Имя Генрих? Гвонг. А, Бонг. Ебать он! Сверху а, его на киркой надо пиздить. Кого надо пиздить? Он еще один выпал. Я умер. Понял. Репортируй меня. Все. Здорово, Бонг! Я, кажется, убила Бонга. Да, нормально. А где мой друг? Да вот передо вот мной. Вот он. Че, это тут Вотер? Вотер. Вотер, да. Че, золото? Ебать, тут шахты, ты бейте. Я не могу это собрать золото, да? Ну да, да. Надо блин кирку получше. Ты сейчас надо просто добывать либо уголь, либо камни, все. Вся задача, чтобы апнуть 10 левел. На 10-м же, да, новый этот? Да. Тут уголь. Каменный век немного входит. А, здрасте. Как вам тут живется? Каменным? Так себе. Блять, вылезла хуйня. Ой, я умираю. Ой, я умираю. Ну, ребят, удачи вам там. А это что такое? Я замуровал эту хуйню, она-то с вами остается. Лол. Я пока поеду. Приятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, слышишь, ее с кирки надо бить, эту хуйню, прям очень много урона. Ну я ее нормально полков так убивала. Ты только это. Ебать, блядь! Это скример. Мама, это глаза летающие, что? Ебать. Почему я такая быстрая? Почему она орёт? Так громко. О, паутина. Ты пошли меня домой, пожалуйста. Пожалуйста. Я не дома, как же. А где? О, павук. Я в шахте. Меня павук купил. Павук купил. Бля, у меня оружие все кончилось. Павук. На меня столько херни напало, убил меня павук, понимаешь? Павук. Привет. Ты сказал, что ты не дома. Я теперь дома, бля. На тебе, сука. В смысле, ты не дома? Ты мне сказал, что ты не дома. Да ты меня сейчас убьешь, хватит. Ну так тебе и надо. Так, я дома, потому что я умер. Но мне нихуя нет. Вот и умирать не жалко. Глупая девка. Ты. Нихуя нет, где
Дерева тоже нихуя нет. Все кончилось, надо идти добывать. Все кончилось, надо деревом. Где докерки, кугирки, кто-нибудь? Да нету нихуя, вообще... надо дерево добывать, да. Рукой? Да, похуй. Ок. Пиздец, надо выносливость строительства. А я могу... А как болезни, рукой или блоком? Рукой. Руками Симон, дерево чисто. Симон, ты что, там нормально? Нормально. Там две банши есть, что было. Да я вижу, я убил все. Там был каменный голем еще. А, вот еще один. Раскопал его. Так, топор, кирка. Так. Ой, я каких-то эндер-пауков нашел. Эндер-пауков? Да, это я их раскопала. Жесть. Эндер-жемчуг вообще полез. А, там же сейчас новых 6 видов эндер-жемчуга есть что. Меня убил этот павук сраный, отомсти ему. Чё нашёл? Нашёл сундук. Ууу, чё вы? Да. Тут семена арбуза есть. О, это, кстати, ебать пок. Можно арбузики выращивать. Пок. Пок. Пок? Пок. Череп. А где я сдох? Где-то тут, да? Я нашел какую-то книгу, мне дали достижение. Истинный источник зла, знаешь? Мне кажется, эту книгу типа лучше не трогать. Уже все. А, блин. На все точки смерти удалить. А, бля, уголь падает. Мала, ты взяла кирку? Что эта книга дает? Я пока еще дерево добываю. А да, я тебе кирку там скинул в этот в ящик с оружием. Ок. Что там? Да, я смотрю. Компания 4. Надо компания. Компания. Кам. О, у меня добыча дерева уже 10. Можно взять нормальный этот молоток. Ты меня обманул. Там есть ящик, называется оружие, доспехи, инструменты. Я думаю, что там есть. Оружево. О, оружево. Привет. Здорово. Оружево. Нет. Оно в доме? Ну, нет. Да. А где оно может быть? Я дома. Блять. Я помогу. Где там? Кого? Грю бьет меня. Иду. Ты а вот тьму меня. Опять зашел, да? Это пошли меня к себе. Тэпнуть тебя? Да. Давай. Хай. Ну, блять, витуберы эти ходят по темноте. Не смотрят, блядь, куда. Да смысл, я был вообще-то на свету. Хай, Артём, кот. Сплошные коты. Да, сплошные коты. Мяу. Мяу. Вы это, рельсы по пути добываете? А зачем нам рельсы? В смысле, зачем я сделал рельсы? Блин, а чё, очистка мира была? Оу. Оу. На нахуй, а мы втроём? Я нашел какие-то грибы. Я нашел огромный гриб. Я нашел Нинору. Не надо меня собирать. Я сама себя соберу. Бля, что за звуки? Где вы? Вот тут я. Я стою там же, где ты меня призвал. Ух, ебать. А, сейчас. Че бы выкинуть? Капец, тут спавнило. Иди нахуй! Ай. Ах. А где ты? Да тут я, снизу. Бля, не вижу.
Я вижу вот эти грибы, которые ну, начинаются. Куча грибов. Мосси Гримстоун такие, да? Я там, вон, пошли за мной. Он сказал, что меня нашел. Значит, он вон там. Нашел труп ее, да. Блядь, ну и звуки. Так, теперь сюда. Туда? Ебать, тут паутина? Паук. Вот тут меня павуки убили. Да не, ходи ты влево-вправо, я не могу по пауку попасть. Блядь. Я тебя убил. Я нашел продолжение этого. Ты меня убил? Так это ты мне? О, привет. Возродиться. Здорово. Отлично, просто охуенно. Разовешь меня обратно, да? Павок, сдохни, сука. Факел поставьте. Да, да у меня нету. У меня вот тоже так. Нет. А вот есть факел у меня. Как его поставить? Вот. Туда. Все, я поставил. Ну вот, как-то не так, конечно, но... Ой, там какая-то хуйня! Да, чупакабра. Я слышу, что она орёт. Не могу попасть по ней. Она застряла в этой хуйне. В паутине? Ой, я тоже застрял. Молодец. Ой, справа, справа, да, какая-то? Пиздос. Молодец, еще умрёшь. Сейчас умру. Бля, я не могу выбраться, ну помоги мне, блядь. Пиздец. Ты разрушила это? Ой, бля. Я ничего не разрушала. Факел. Ты убила факел. Теперь будут пауки спавняться тут. Блядь, ты пойдешь на меня, брат? Да какого хрена, Грю? Я ж был не в темноте, я ж был на свету. Иду. Сзади, убил. О чем? Убил? Еще Грю. А че они появляются-то? Я хуй знает. Ты забрала лут свой? Нет. Там я надо факел поставить. Дошла. Поставьте факел. На спавне. Я поставил прям туда же. Да умала я, сломала его. Пиздец, я сейчас сдохну. Я почти добила эту штуку. Эта штука умерла почти. Там ей одна тычка. Да тут не один он. Одна тычка, чупакабра. Да он тут не один. Верните меня назад. Давай, пока он меня ест. Нормально. А где мой труп? А вон он. Бля, бля, пиздец. Ебаные пауки, пошли нахуй, спавнер говна. Этот спавнер надо убить? Да. Я поставил уже факел на него. Да я разбил его к хуям, пошел он нахуй. У меня места нет, я домой пошел. Я не знаю, как разрушить эти паутинки. Ну, просто бей. Ну, этим, мечом. Ага, мечом? Понял. Я костями убью. Сейчас, погоди. Можешь меня телепортировать? Да-да-да, все-все. Я убью хуйню. Все. Мы втроем тут бьем эту хуйню. Силон, мистер. Так. Где понять, где мой труп? А справа, там он дальше. У меня он везде. Где-то тут везде есть мои трупы. Так ты это, вот, забрала вещи и удали все метки старые. Нет, я не забрала, в этом проблема. В смысле, ты что, что забрала? Да, но это одни красиво, мои вещи. Боже. Но тут есть еще... Блядь! Больше, ебаная. Да пошла нахуй! Красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы умереть. Почему их так много? Их две. Их да. Много. Но все равно одну много. Убил. Где вторая? У меня. Она меня пихает куда-то. Иду. Отойди от стены. Да я, она меня вертит туда-сюда. А, тебя ж вертит, точно. Я убью. Все, убил. Так звучит странно. Снавка, привет! Всем привет. Привет! Мне бы домой такой красивый грибной биом. Мне бы на старую точку смерти как-то добраться. Добирайся.
Это звуки мне нравятся. Добралась, ура, теперь у меня есть... А вы дома, хоть... может, нож? Нет, в том-то и дело. Песок душ. Что это? Сусли песок. Привет, Славка, привет. Здесь так. На 21 высоте. Как удалить на М, на Т, на У, У, да? Точки все, смерти. Да, ой, нашел руду, которую могу добывать. Удалить. Наконец. Какую? Удалить. Какую-то тут тин, сейчас посмотрю. А, тин, это хуже меди, которая. Так, куда бы выкинуть это все, господи? Я потерялся. Я добываю руду. Я просто копаю, да? Копатель онлайн. Твою ножку привял, и какой-то третий челик, приветик. Привет, какой-то третий челик. Привет, третий челик, да. Копание 5 левел, ура! Yes. Минус 3. Yes. Минус 3. Проблема в том, что у меня нет факелов, если я начну копать вверх, меня просто крю заебашит. А где кто? Хоть кто-нибудь? Я в пещеру копаюсь. На 21 высоте. А где я? А я на... Да. Я от Норвы. Не Норвы, тебя тэпнуть? Давай. Не надо. У тебя-то понятно. Привет. Hi. Я за тебя. Вот где-то мы вышли отсюда, вот смотри. Мы вот вышли отсюда, мы шли куда-то. А куда дальше? Где дом? Я не знаю, ты меня только телепортировал сюда. Вау. Я никогда сюда пешком не добиралась. Вау. Тут еще лава где-то рядом, ёб твою мать. Я все ниже опускаюсь. Ёбана паутина, выше. на тебе, плохая, на. О, я нашел походу выход. Я разъебала всю паутину. Да, я нашел выход, ура! Yes, минус 3. Его буду называть Кыси. В смысле, я Кыся? Ну чё, я не кыся. Буду грустить всю жизнь. Не надо грустить всю жизнь, это тупо. Я нашел кристалл навыка. What the fuck, чё он даёт? Навык. Навык. А что же он даёт? Даже не знаю. Нашёл золото. Гном? Гном и за золотом. Гном и за золотом. Так. Ох, ёб твою мать. Фё, давай так-то сегодня вот 20 онлайна было. Да, сегодня было очень много онлайна. Подписываемся на канал, ставьте лайки. Тебя тэпнуть домой? Нет. Не-не, не Нора. Я сейчас дособираю по футинке. Ну, позовёшь. Брякнешь. Наберешь. Зеленый саламандра. У меня кончился нож, так что ТПшни. Привет! Зеленый саламандра. Куда мне зелёный ложить? Саламандра. Да все в нитки. Нитки? Вот сюда. Вот в этот расходный кал. Расходный кал. Ну, по факту. Так. Этим грибы, блин, бесполезны. Думаю, из них еду можно сделать. Грибы? Ну, мне кажется, можно. Ну, нажми гэпать. Нет, бесполезны, я попробовал. Ага. Может, просто жрать можно? Нет. Тогда я вообще не знаю, что... Эвилкрафт. Так. Зайди в сундук, зажми Shift на предмет алкомен и быстро положится.
Да? Это только когда у нас этот есть. Ну, если... У нас нету мода, да. У нас нету этого мода, да. Нет, в смысле, Shift LKM на... Ты меня ударил? Shift LKM на предмет. И он реально... Странное дело, но ладно. А, вместо того, чтобы перетаскивать? Да-да-да. Ясно. Это звуки перетаскивания. Это не мода. Это не мода. ТНТ! Кто поставил ТНТ? Нет, какая-то штука ТНТ штуки ставит! Ебашь его, он тебя нам дом разъебашит. Барабандир какой-то. Помогите мне, нет оружия. Я убил его. Нихуя с него динамит упал. Ну да, он динамиты ставит. Че, взрываем? Дом? Да. Дом? Хоме вопрос? Yes. Yes. Надо кросс мод поставить, чтобы. Фига быстро... ты тут поставил печик. Зачем столько? Все хотел сказать. А, мод поставить, чтобы быстро складывать. Да, это а очень удобный мод был. Руда, руда. Ну, где мой ТП? А, тебя тэпнуть, так ты скажи. Привет. Так. Привет. Получилось. Я попробую попозже. Когда мне будет что складывать. Ты дышишь. Нет, что я нажал? Я нашел коробку какую-то с... Я сломал лакер. Какую коробку? Ну, две коробки вечного закрытия нашел. Что это значит? Ну, типа, как помню, это можно механизм специально поставить, и будет, типа, с них фармиться что-то. Ага. Смотри, у меня глаз в руке. Где? Вот. Мерзость. Этот глаз вот в этот ящик. Ликантроп части. Вот тут. Из этих ликантроп частей какую-то хуйню можно крафтить лютую. Ясно. А, кални норы, похуй. Обсидиан. Мы, кстати, в ад уже можем сходить, так? Слышишь? Мы почти обсидиан нафармили. Меня зовут Кира Йошикаги, мне 33 года. Мой дом находится в северо-восточной части моря, где расположены все виллы. Я не женат, я работаю в универмаге КМЮ и прихожу домой не позднее 8 вечера. Я не курю, но иногда выпиваю. Я ложусь спать в 11 вечера и убеждаюсь, что я получаю ровно 8 часов сна, несмотря ни на что. Выпив стакан теплого молока и потянувшись минут 20 перед сном, я обычно без проблем сплю до утра, словно ребенок, просыпаясь утром без всякой. Бан нахуй, кому? В смысле? Хахаю, бан? В смысле, а почему за пасту бан? Запас кабан. Сосай его. Сосай его. Сосай его. Сосни его, пожалуйста. Содержит дух мщения. Содержит до 3, 2, 3, 1. Не знаю, что это. Сосни. Кто? А почему у нас флаг сдавился? Может, ты? Не знаю. Это не Нора притащила. Кого? Так он же, класс. Типа, рейды призывает. Нет? Класс. Сосай его. Рейды призываем мы. Тинь. Все, да, ебать. Вау. Так, класс. И чё это? Ебани его? Не, а только забалы. Ебалы. Ну чё они бесплатные вообще? Ты седло уже нашел? Да, я там много чего нашел. У меня половина инвентаря моё. Ух ты, ёпта, Майнкрафт релиз, с каких пор ты в Майн играешь? Привет, 8, давно. Коробки вот эти сюда. Ой, девочки. Ты в шкаф не бей. Ты сам справишься с собой. Так.
Dark Game, что-то... Помни, когда ты что-то говорила, я клипы делал. Да, кстати, а чё клипов нету? Где клипы, клип, сука? Клипы на стол, сука. Вот такой клип. Ок. Ну вы вообще... Когда ты мне, кстати, анимации добавишь? Когда я доделаю других челов. На. Другие челы, можете сказать? Ладно, мы подождем ради тебя. А где? Делаешь его, буду клипы делать, так нечестно. Баллы вам жалко, да, потратить, все понятно. Или можете попросить мистер Твена, чтобы он потратил свои миллионы баллов. Попросит. А? Да меня не попросят. Ну да, да. Еще и ник неправильно пишет. Ну да, да. Без уважения это делает. Пиздец, можно забанить нахуй. Так он не сломанный, он просто не прогружен. Кто? Замок. Не, ну он типа неправильно заспавнился. Да? А как должен был? Ну там ползамка нахуй нету. А, да? Ну ладно. Я уже был, мне не понравилось. Почему вообще так странно блоки стоят ровной стеной? А чё у нас это? Бой 17. У тебя сколько бой? А я могу посмотреть. Бой 20. Глоссарий, показатели. 17 у меня. Скиллы, бой. Нагзор. У тебя 7 бой, чё ты врёшь? 7? Да. Написано 1-7, чё-то там ещё. 8-3-2. Ну да, написано. 1-7-8. Самый левый показатель. Это не один, это вообще-то скобочка квадратная. Ну и ладно. Нихуя, он в казино выиграл машину в GTA 5. Жесть, ни разу не выиграл. Я тоже ни разу на машину не выиграл. Я там вообще ничего не выиграла. Я только проиграла. Я все деньги проиграла. В ежедневной раздаче, помнишь? Ну да, я проиграла все. Да, я помню, ты там заработал и сразу все провал. Уву купили, где Уву? Где? А, ты купил? Нет. Нет. Алла? Ну, он пойдет. Пойдет! Вот, сука. Че, мы шахты идем? Вот так? Ого, вот так. Алло. Тебя не угодишь вообще. Броня. А как там, нагрудник, да? Че я хочу делать вообще в этой жизни? Выносливость 30. А так нагрудники нужны выносливость, да? Да. Не знаю. Блядь. Фу, какая гадость. Здрасте. О, можно серебряное. У нас серебро есть? Ага, да, ну чуть-чуть есть. Ну, мало. На серебро лучше для мунов оставить. О, из меди. А вот тут лимонит. Машина говно на это вали. Там я добыл кучу лимонита вроде. Можешь посмотреть. Да, я уже так, ну лимонит это бой. Я что-то это... Устала? Немножко. Я есть хочу. Так, ну броню нельзя из нее сделать. Покормите стримлера, я ловлю. Я хочу кушать. А как выносливость скачать? Просто бегать, да? Чтоб тебе пить. Не кидайте мне нигирик. О, нет. Что такое, тэпнуть тебя? Надо поспать. Нет. Да. Тэпну, я же уже сплю. А, ты уже спишь? Малая, спать. Что, знаешь, это самое чувство победителя. Малая, спать ляг. Спать? А, мне начосы накидали. Ам-ням-ням. Ам-ням. Всё. О, ползёт. У меня опять стрелы, у меня просто не исчезают из моей коленки. Как лук сделать? Там можно его скрафтить? Лук? Да. Ловкость 20. Вообще... Сколько? Арбалет. 20. Стрельба из лука 10. А, да?
Я буду прыгать и в ловкость качать. Не, включи автопрыжок и бегай туда-сюда. Я так. А сколько я домой. Что там? Понял. Там летающий хау. Я домой. А я пойду отхуярю эту хуйню. Ага, давай, удачи. Ну или нет. Ох, нихуя залагало. Ой, там слаймы еще. Да пошел нахуй! Сасагия. Там слаймы убили посевы, я сейчас держу в курсе. Охуенно. Малая слайма. Кого? Ничего не убили? Да вон они перетоптали. О, у нас тут фея появилась, которая хиляет. Все тут хорошо. Прикольно, да? Да, прикольно. Но ловкость очень медленно качается, сразу говорю. Ловкость. Так это, я говорю, вот, смотри, на автопрыжке. Чего не перекопано тут этот, видишь? На автопрыжке. А, там арбузы, сорян, дезинфа. Автопрыжок. Вот, смотри, я туда-сюда бегаю и качается агилит, но типа мало. Да очень просто медленно. На пробел жмешь и все. На пробел 0.60. Тут так же. Кто меня тут убил? Как ты добыла 1000 XP фарминга только что? Я? Да. Фармлю. Фарминг имеется в виду этой. Как его нахуй? Ну. Я фармила. Жесть. А что с бамбука можно сделать? Не знаю, но я весь насадила, что был. Палки, подмостки. Все. Короче, просто для рофла можно везде его, чтобы был лес бамбука. Бамбук вообще нахера дает. А по мне стреляет этот. Да ща мы лук качнем, охуеет эта птица ебаная. А между ними можно ходить? О, так между ними и ходить можно. А, ну такой да. Фарминг, да, качает? Ну да. А почему он качает билдинг, а не фарминг, что? Не знаю, типа из бамбука строить может, хуй знает. Ну вот сюда. Ладно. Качались. О, пшеничка. Так, а что у нас там? Все плохо, да? Надо. А как? А, ветры. Мистерственная ебут. Бедная птица. Что? Что? Слышишь, можно найти лук в данжене. У меня тут вот есть луки, которые не нужны. Ну, как сказать, можно уже использовать. Их в данже надо найти. Под землей. В ящиках спавнится. Я искал, не нашел. Ну, я нашла твой труп. Мой? Прикол. Как сделать? Почему я не могу собрать твой труп? Потому что это мой труп, а не твой. Блин, у тебя тут два трупа в этом океане. Ну ты, конечно, лишь будет спиздить что-нибудь. Ну и чё, я бы вернула назад, да. Чё-то такое же... Нихуя! Чё там? Там кит. Да. Кит? Да, вон в жесть, море. Жесть, кит. Жесть. Кит, ты маму мяу? Маму мяу? А это что-то слайм? У нас есть древний камень. Древний камень вроде был. Wooden щит хочу. О, стоун камень. А не хватает, не хватает, я уже тестил. Прям такого же шкафа. Нихуя! Надо обсидиана. Так мы не я не у нас про этот, смотри, про... какой огромный чат. Он меня будет кусать? Да. А какой портал? О чем ты? Твой древний портал. А, я не шарю за это. У какой. Не, он меня не так кусает. Так выебут, у нас даже ни одного этого нет. Пойдем копать. Я предлагаю копать. Копать. Надо факелов наделать. Если я напишу. Я так ничего не рискну. А какой это координат? А, вот это.
Как на тебя залезть, сука? У меня ни одного блока нет. Блядь. Минус 900. Ладно, я пошла за блок. Думаю, надо просто... На меня какой-то водяной элементаль напал. Как поставить точку? Его зовут Джек. Или как? Или денег. Не могу прочитать. Я хотела на остров. Он меня прогоняет. Говорит, иди отсюда. Фига, у тебя аватар умер. Что с ним случилось? Смотри на стриме. Что такое? Ой, что с тобой? Что с чего? Силон? У тебя что-то с аватаркой. У тебя там пиздец был на секунду. А, что это такое? Да я тебе говорю, за мной штука бежит, а ты такой, а похуй. Не понял. Ну ладно. О, ебать, её отталкивает. Фу, что это такое внизу? А, нихуя, это что? А, он меня ест! Он меня утаскивает на дно, помогай. А, что происходит? Это страшно. Меня чем бить? У меня есть только... А нет, есть маленький ножик. Кирка. А я умираю. Помогите. Я выебнула ножом, ему не понравилось. Уходи, уходи. Он присасывает и тащит, типа, за собой на... О, все. Ебать, вот это уебан. Там, короче, огромный кальмар. Взял я хочу на тот остров. Там надо мне парочку блоков собрать, чтобы я могла... Ну, собирай. Мне, короче, какой-то щупальцами хуйня взяла и унесла под воду. Прикинь. А песка гравий не пойдет, да? Чё? Нет. Силон, слышал? Нет. Меня, говорю, кальмар огромный взял нахуй щупальцем и начал на дно утаскивать. Да. Я кушаю бургер из мака. А, не дразни. Я хочу есть все что угодно. Бургер из мака. Ну, это, конечно, говно, но я есть хочу. О, мой труп. Так. А чё я сейчас бургер? Шкамбургер. Ну, чикен это лучше, чем из котлеты ебучей. Ну, с котлеты в маке вообще невозможно ничего есть. Я не знаю, как люди это делают. Что меня бьет? Меня скат убил. Я вообще не знала, что там такое бывает. В смысле? Пошел нахуй. Комок глины. Так обидно. Так, ну можно еще один заходик туда докачаться, я думаю, до добычи дерева. Я пойду за своей точкой. Ну вон, я говорю, возьми топорик деревянный, иди в инструментах. Я уже все, я уже поплыла. Поплыла? Да, я поплыла по полной. Во всех смыслах? Да. Я полчаса пытался прийти за этими, за факелами ебучими. Где факела? Вот они. Ты глупый, ну да? Саса, что такое? Да у меня бьет какая-то санина. Фу, брысь! Силон, ты копаешь или сидишь? Нет. Да я не понимаю. Аба, я тебя убил. Блядь. Боже, ты меня быстрее. Тебя? Да. Боже, я жив. А чё там? Да мне 4 птицы напало. Кто стреляют. Нормально. Я почти доплыла, чё. Сосайро, я не взял факела. Сосайро? Я не сайро. Тебе дать факелов немного? Или ты сходишь? Не, дерево надо просто. Фу, да почему? Да почему они. Откуда они берутся вообще? Мне кажется, подходить к воде с этим модом лучше не стоит. Да клави тоже. Да блин! Её там ебут. Я хочу на остров. Сука.
Чем убить их можно? Есть что-нибудь, чем повоевать можно? Металл. А где оружие? Где оружие? Оружие. Вот. Ножик. Как захуярю тебя, суку. Как захуярю. А чё он меня обижает? Девушка. Ну правильно. О, вот эту руду я могу добыть. Я не могу. А, у тебя камень уже. Черепаха припёрла. Это ж черепаха? Аспид. Я могу убить его? О, я могу через 20 метров убить. Вперёд. Наверх. Ебашь. Я захуярила аспида. Сырое мясо. Получилось с него. И кто бьет меня? Кто тебя бьет? Баночка. Сгусток слизи. Приятно. Да ёб твою мать. Не надо. Я не могу спуститься из-за банши. Ты чё, я нож весь просрал на него? Блядь. А где камни? Надо поспать. Уже ночь. Я умру сейчас. Ночь. Бэк. Я бэкаюсь. Я у кроватки уже. Hello, Нинора. Кто-нибудь перепрыгнуть, я не знаю. Hello, Таурун. Я слышу, как ты дерешься, но не понимаю. Вот. Дайте мне поздороваться. Ладно. Тантрум. Тантрум. 27X. Все, я поздоровалась. Привет, привет. Всем привет. Hello. Hello. Hi, how are you? Привет моим стрелам в колени. Так и не достала стрелы. Я не могу их достать, они забаговались. Пес, у меня один хп. Круто. Теперь я могу добыть медь. Ебать, ты тут угля оставил. Я повышаю. Да, это я тут плавлю. Половинку заберу. А, вот так ты. На факела лишние остались. Копали. Нахуй. Шли нахуй, скаты ебучие. Хочу вас. Сикать. Ты сикать? Чё он не меня обижает? Ай, блядь. От меди тоже они вылезают. Вернуться, помочь? Понял. Ты мертв, кстати. Да. Лол. Я заметил. Я отвлекаю его. Чё там? Так, киркой не знаю, бей, киркой, что-то камень. Меня бьет. Тебя тэпнуть? Понял. Пес от всех был, от всех обстрелов. Вот. Помогите мне добраться туда, пожалуйста. Ну зачем? Это остров слаймов. Я хочу. Там ничего нету. Да, там ничего нет. Ну блин, это было... Я кучу лута в море оставила. Ну пойдем, помогу тебе, ёб твою мать. Иду. Я иду. Сейчас поднимусь. Где ты? У тебя ж нету, у тебя ж не, ну, каменный топор не будет дамажить. Да, я уже поняла. Там банши летает, тебя банши убила? Нет, меня убил какой-то зубастик. В воде? В воде, да. Вот твой труп, иди забирай. А, это мой труп был. Я же говорю, смотри, кит полетел. Да. Вверх, сейчас вы видели? Вон, да, они там пиздятся. Они там пиздятся. Вот, давай, кит, отпизди его. Вон сколько там твоих трупов. Да, я знаю. Блядь, заебал. Ой, они тут, кажется. Ты так пойдешь? Блин. Я не додумалась. Бля, мне... Ладно, похуй. Ваня, чё рофлишь? Я не додумалась мостик построить. А, так у тебя тут ещё
Тут еще дебаф. Я настолько плавлюсь просто. Понял. Все красивые блоки спущу на ебучий мост. Так ты бы некрасивые взял. Да уже поздно. Я потом их добуду. Похуй. Ок. Тут еще дебаф, типа, то, что море да. Тебя тянет вниз. Сейчас. Это бог меня убивает не море, а парит. What mod pack do you use? Custom. Custom, yes. Fuck. Too many mods, I can't tell you. Ну все, вон мостик построил. Ага. Наступай туда. И забирай. В этом твой лут весь основной. Че там? Страшно. Вон еще лут впереди. Не, вон там мой лут основной. Ну плыви. Я просто боюсь, что там меня покусают. Всплыви. Я не могу разбить блок. Всплыви. Так ты, нет, ты должна плавать вот так, пробел зажми и ломай блок. Я не могу. Бля, ну ты можешь, просто... Отговариваешься. Нет. Типа, знаешь, как в школе говорят, типа ленивый просто. Да, ты просто ленивая. Угу. Ну вперед. Тут слаймы, блин. Я убью их. Идти умирать. Ты бы уже забрала. Я прикрою тебя. Да не прикроешь ты меня. Я не могу забрать. Не знаю почему. А вот только сверху забрать. Все. Валим. Малая, хватит пиздиться. Там они бесконечно спавнятся, это остров слаймов. Окей. Его просто так бы не назвали, островом слаймов. Смайл. Нормально там, Силон? Да. Все супер. Ок. Ну ладно. Ну ладно. У меня была цель в этой игре. Вы ее меня лишили. Вот смотри, над нашим домом есть огромный... Пизда мне. Кто огромный? Вон этот. Остров? Да, остров. Скакун ебучий. Он меня бьет. Бегун. Точнее. Я сам урон. Не спайм атаками, ты тогда не наносишь урона. Я иду тебе помогать. Пока. ББ. Так там у нас другой вход открыт. Вот и все, и чё ты ебать. Чё ты жёстче? Слушай, смешно. Я... Так. Цепь тут, да, была? А цепь, интересно, можно переплавить в металл? Нет. Вот круто. Было тогда хуёво. Так. Сундук. Чернильный мешок. Рундук. Сундук для рун. Это у тебя сундук? Что? What? Поешь. Бей меня. Я тебя могу железо давать. Я воскрешусь просто. Ей в голову ударил с топора. Ну иди забирай лут свой. Какой лут? Я уж сложила. Так вон твой, ну забери свой труп, чтобы он попал. А там нету лута. Так все равно, он же мешает. Ебать, я тебе чуть въебало не дал, серьезно. В смысле? Да за нет, Силон. Да он темный, типа, я испугался. А, ты что такой темный, а? Просто. Чего, кто там на фоне? Копай, говорят. Смотри, я могу плавить железо. Вау. Wait, really? Плавить. Что это фермер. За книжка? А как я фермерство? Это мои тут все. А как я фермерство? Кто-то фермерство делал? Как я его апнул?
Переплет, пыстяры, цепились, оборвана записка. Не написано. Ладно. Эта рукопись создана, чтобы направлять тех, кто желает узнать о величайших чудесах этого мира. В ней вы найдете основы создания инструментов, оружия, брони для наблюдения охоты и изучения мистических существ. Затем бестиарий говорит о сверхъестественных изменениях генерации мира. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Именно так и говорится в книге. Фуди МС нас убьет, у него тут этот... Микки Маус. Забаньте нас. Что? Там этот... Этот как его? Как называется штука, которая... Нету никакого кирки лишней. Состоящий кафедра, можно есть правой кафедры, потому внутри он имеет срезлота. Чё-то не написано там ничего ни про каких тварей. Нету, да, дерево с собой? Кого? У меня нет. Вообще ничего нету. Так. Кирка без дела ржавеет. В смысле? У тебя без дела кирка ржавеет. Лол. Кирка ржавеет, лол. Чё я собираю? Без понятия. Ты рукой собираешь? Да. Блин, это никогда не получится, да? Ну да. Блин. Типичный ютубер. Мне так скучно. М? Мне так скучно, мне нет ну, цели. Ну так копай. Мне нечем. Так сделай кирку. Цель сделать кирку, давай. Это сложно, я понимаю. Мне нечего. Ну как вот, выйти давай, наружу? Иди. Найди выход. Цель найти выход. Что мне тут из земли делать кирку? Ну сейчас я тут разрушу все блоки, и ты скажешь, фу, ты что сделал? Фу, разрушишь блоки руками. Понял. Да, я разрушил деревянные блоки руками. О нет, она разрушила деревянные блоки руками. Да. Чат, бан. Ой, блядь. На самом деле я тоже что-то плавлюсь. Да, я что-то прямо жрать хочу. Жрать, хавать, eat food feast. Help Чё? Me. Eat feed? Feed. Ты фото-фетишист. Кто? И ты. Почему? Чмо? Почему? Все, он тебе нормально? Ня. Ну, какой-то пиздец происходит, не знаю. Да он чё, он нормально. Пожрал уже бургер, ему нормально. Ну да. Нехорошо. Иди, блядь, сытый тут. Я счастливый. Я умер, фрип. Всё. Всё. Ура. Пример умер. Что? 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 Короче, я буду разрушать землю. Все, вот моя цель. Мама, я ожидаем. Буду делать землю, чтобы подняться наверх. Чего ты смеешься? Я поднимусь наверх. Блин, ночью. Ночь уже. Блять. Там, короче, появился этот из руды еблан, только босс. Нихуя. Такая хуйня. Давай его к нам в дом. Пусть живет с нами. Пусть живет с нами? Да. О, он, кстати, застакался. Ой, я сейчас убью его. Давай. Иди спать. А то мне темно. Я могу. О, я убил. Со мной спать? Можно. Да. О, блядь, больно. Где я нахуй? Спать. Жесть. Жесть. Где я? Почему я в голове в чьей-то? Ты в моей голове. Ай, блядь, где выход? Так много цифр. Да, чё, да охуец. Так. Чьи-то некрологи, блядь. Кто мне их скинул? Я даже знаю, кто. Я не знаю, кто. Я не знаю, да, кто. Все мои некрологи у меня в сундуке. Что это ага. Все твое.
А, да? Да. А, да. А чё я могу сейчас носить за оружие? Бля, то что, лук? А хотя, а, стрельба из лука. А как, блядь, её прокачать-то, ёпт твою мать? Ну, надо сначала лук обычный. Нет, именно стрельба из лука, здесь атрибут. Некоторые луки, там не ловкость, а стрельба нужна. Так. А, оружие, если я напишу. А, о, я могу каменный меч сделать. Нам нахуй не нужен. Так. Алмазики. Что происходит? Ты что там крафтишь такое? Я ничего не делаю. Не-не-не. Не ты. А, он не знает. Что-то там пукает. Что ты пукаешь? Так. Ну теперь в броне. Жесть. Он в отличие от нас делом занят. Ну что с тобой? Со мной? А, в какой? В медный? Да. Ебать, она выглядит, ты видел? Да. Я же вижу. А сколько выносливости надо для брони? Мне для штанов до сих пор не хватает. 20. 20 выносливости? Ну, типа, блин, фу, чтобы надеть. Бля, у меня 22 выносливости. Тогда можно сделать тебя медленно. Так, у нас есть медь еще? Я могу сейчас добыть. Copper Idler. Вот тут есть медь. О, опять гоблин пришел. Гоблин. Здорово, гоблин. Это Пучков, что ли? Чё, как там свиньи? А, кстати, а слышишь, медные шлемы тоже разные, типа, есть, есть, короче... А, не крафтится, видишь? На один добавлен, а другой не крафтится. В смысле, не крафтится? Потому что не крафтится. Не хочет, да, просто крафт? Может, они на друг друга накладываются, крафт. А, понял. Но хорошо, что охуенный шлем крафтит. Я сейчас тебе могу просто медь добыть. Ну да, неплохо было. Чё, малыш, чё продаёшь, малыш? Гравий меняет на кремний. Последний, посмотри, там 5 голов. Сейчас гравий меняет на кремний. Я кремния хочу забрать. Видишь, шанс дает последний. Последний? 5 голов дракона? Где вообще 5 голов дракона? Так он, удача 5, прочность 5, слышишь? О, самый заебатый трек. Кэт, который на 32 изумруда. Глину. Не пишет ничего в чат. Да, что-то просто сидят. Типа, алло. Смотрим, блин. Чё, подглядываете, да? Сверкающий писюн. Что? Вон сверкающий писюн ходит между бамбуков. Между бамбуков сверкающий писюн? Да. Нормально? Где я не вижу сверкающий? Покажи мне сверкающий писюн. Вон там, где дом, на бамбуках. Ой, там реально какой-то сверкающий писюн. А, это пикси, а не, пиксон. Малая, какой писюн? Ты чё писюн? Не знаю. Всех одно на уме. Да. О, стрел. Я, кстати, выменил 32 кремния для стрел. У меня 64... А, нет, уже нету. Ты чё потратил? 64 стрелы. А, стрелы? Да. А куда ты их потратил? Я не знаю, умер, наверное. Проебал? Да. 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 Резервуар маны. Жесть. Серебряный слиток. Серебряный метательный нож. О, ебать. А это против скелетов, да? А мне еще кожа нужна. Смотри, что покрафтить можно. Я, оказывается, боюсь высоты. В смысле? Оказывается.
плане. Мне страшно. Смотри, где я? Где ты? А, нихуя ты где. Давай ты нижний блок, чтобы ты упала. А так невозможно. Да возможно. Нет. Чё выше, чем? Так. О. Как перед собой? Как нажимать Shift на что? Зажми. Shift, чтобы зажми, не упасть? Да. Да. Точно? Да, 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 правда. Ты, сучка, смеется там. Так. Ой. Ой, я босс нашел. Ой. Тебе нужна рапира? У тебя сколько боя? Всего? Не знаю. Сейчас посмотрим. А, скиллы, бой. А, у тебя 20-ка, нормально. По-моему, вообще что-то бой не прокачан, вообще не дерется. Я умираю. Не надо умирать. Посадуш оружие. Чего? Не разблокировано косадуш. Что это? Не знаю. Скалмидерт. Я не могу ее собрать, но она издает присмешные звуки. Понял. Тебе нужна рапира. Я мне? Собрала кусток слизи. Ну, она, короче, поглощает 25% урона всего, и если на врага нет брони, 200 урона в процентов дает. Ну, давай. И 50% урон против нежити. Давай, да, давай. Малая не может носить его. Надо ей докачаться немножко. Смешно. Тут есть кубы слизи, на которых ты прыгаешь. Ну да. Я могу сделать кучу ловушек из этого. Скоро будешь нам ловушки строить? Так, сейчас я только скрафчу себе кирку. Сколько у меня добыча? Паня. Кал. Типаня мнения. Так, мистер Твен. Ты что делаешь? Отойди, 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 отойди. А я забашил. Ах, нихуя она бьет. Я тут сражаюсь. Ой. Блять. Ну-ка, сколько она урона? Что, как-то... У нее там на shift зажми. У нее там бонусов дохуя. Понял, да, в чем прикол ее? Да. Да ебаный нахуй. Где она? А много хп? Я ее закрыл нахуй. Ой, блядь! Я застанил. Подожди, я сейчас закрою ее. Бля, она бьет на таком расстоянии. Что ты чё делаешь? Она вышла! Это не я! Убил. Ебать урон от этой от рапиры. Ай, блядь, охуеть. Мала. Ты где? Я в слизи. Ты там. Я понял. Ты в слизи. Чё он делает? Ладно. Тебя покушать нету? У меня нету, надо идти. У меня один хлеб. Хочу кушать. Ой, там банши. О, блядь, там еще банши. Ой, блядь. Там дохуя банши. Мой. Ты тэпнул себя? Да. А меня да, тэпни. Так ты тэп... просто меня. О, а, блядь. О, мне серебро доступно. Ну, я тебе дал серебряный меч. Рапиру. Не, я могу, о, типа, нормально? Сделать этот... броню? Броню, да. Че там по идее? О, блядь. Малая там пиздец творит. Че ты подглядываешь?
Да, в смысле подглядываешь? Ты думаешь, я не вижу вот этот стол, блять, в небо? Возле моего дома? Ебать. Столбец такой. Такой вот столбец. Ринамо пишет так. Чё пишет? Да он порнуху скинул. Кто? Заебал. Ринамо. Он постоянно порнуху кидает, он прям не может успокоиться. Да нормально это. Ты сейчас закал. Не нравится, блин. А как ты будешь спускаться? Ты меня тпшнешь. Ладно, там же вода у тебя есть. Да не, просто ты меня тпшнешь, а я такой нет. Почему? А все, сиди там. Ты такой злой. Ну тогда я буду тут свой домик строить. А потом мы будем сражаться. Будут захватывать территории. Вот офа, какую-то хуйню высадку. Можешь это? Спать как бы ночь? Ну да. Я не дома. Почему? Блять, банши ебаная, пошла нахуй. Я не дома. Бля, она в дом залетела. Это далеко-далеко, где земля. Я убил. Отдай управление, урод. Лисика. Надо не нору тэпнуть. Где она там? Минора. Хай. Я лег. Ебать ты гремишь. Нормально? Да. Я такой громкий. Так, ну мы 3 часа поиграли, нормально. Гоп. Че, все, сохраняюсь, охуем нахуй. Гномик у меня там между ног спит тоже. У тебя гном между ног спит? Да, вон. Зеленый. Кто он, да. Гоблин? Похуй. Что он еще продает? Ну, я все нормально выкупил у него. Торговец хороший. Че, малыш? Смотри, какие я красивые кстати, блоки этой... добыла. Прикинь, у меня... Блять, я сейчас наушники отсоединил. Ага. Че? Знаешь, сколько у меня брони? Сколько? 6. Вау. 6. А я думал... Вау! Блин, ну вообще скин охуенный этот, медный. Покажи. Покажись. Лол. Лол! А чё-то этот щит не апгрейднул. А как его апгрейднуть? А, камнем вокруг обстрой. Почему у тебя хохолок? А, у тебя так тоже? Так этот спартан. Одна я как лох без объяснения. А тебе... А мне ничего не сделали. А, всё, ты апнула выносливость. Ну, сейчас медь добудем и тебе сделаем. Ладно, всё, выходи. Я нашёл, как быстро качать выносливость. Ты застрял? Не-не, я качаю выносливость. То есть ловкость. А ещё если назад вперед ходить, ещё и выносливость качается. О-о-о. Новые кто арбузеры. Меня? Арбузеры. Кто это пришел? Hello, лотерейщик. Да, он там. Он дает ящик с оружием, рунная коробка, коробка с сокровищами и лотерейный тотем. А мне нет меди, сорян, чувак, я лох. Не, да монетки. Ну, кстати, ну да, я... ты знал, что твой щит умеет башить? Кого? Ну, на правую кнопку и на левую, и он башит. Ну да, да. Пуф-пуф делает. Не могу со своей вот этой классиской. Знал, все выебать. А? Чё, все? Блядь. Ты сломался? Ха-ха-ха, так тебе и надо. Всего. Ну все, ливайте, давайте, ливайте. Сама мужчи. Ба-ба. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр.
Надо потянуть, потому что очень быстро... Ну, обрываются стримы почему-то, когда я просто включаю. Всем пока, всем. Я пока. Всем пока. Пока. Не знаю.